Эй, привет! Это All About MBA. С вами Лугунов Алексей. Если вы открыли это видео, значит вы намереваетесь посмотреть очередной выпуск «Где логики?». У нас было их уже несколько, есть отдельный плейлист с нашими предыдущими выпусками, но этот выпуск особенный. Кстати, отдельная благодарность Руслану Ермакову за этот пак. Ну и к вам, зрителям, есть небольшая просьба. Прямо сейчас авансом попробуйте прожать лайк, и если вдруг вам не понравится, вы его всегда можете забрать. И еще будет прикольно, если вы напишите комментарий. Хотя бы из 65 слов. Это очень поможет в продвижении ролика. Ну и давайте не будем терять время. Это выпуск «Где логика?». 2008 выпуск. Я не знаю, честно говоря, какой он по очереди. У микрофона ведущий Алексей Лугунов. Меня вы не видите на экране и вряд ли будете сегодня видеть. Зато будете видеть сегодняшних наших участников. Их сегодня 4. Хотелось бы Илье Скороходову, конечно, чтобы их было в 2 раза меньше и без него, но Илья Скороходов, гость номер 1, если вдруг ваш ребенок не может никак уснуть, то зовите Илью за микрофоном в сегодняшнем матче. Илья, раз 7 часов до трансляции, да, спасибо большое, Алексей, за эту запись, вот, очень, очень приятно. Надеюсь, что ваш матч пройдет прекрасно, который начнется еще раньше. Да, это будет не актуально уже на тот момент, когда будут зрители смотреть, конечно. Ну что, Илья Скороходов, гость номер 2, если вдруг вам нужно как-то припугнуть своих детей, то срочно доставайте фотографии этого молодого человека. Денис Барденов, комментатор All About NBA. Всем привет, друзья. Ну и гость под номером 3 по номеру, но не по значению, это... Василий Дмитриевич, это Вася, секс-символ нашего проекта и секс-символ девушек, которые платят сами за себя. Всем приветики, рад всех вас видеть. Вот, Вася также с нами. Ну и комментатор 4, который, наверное, меньше имеет влияние уже в проекте, хотя один из самых олдовых, Сергей Хомяков, который всегда претендует на победу настолько же сильно, насколько сильно он и проваливается обычно в этих всех выпусках. Серега, привет большой тебе. Как четко ты сказал, да, всем привет. А ты что, нам сегодня, то есть зрителям не покажешься? Ты как Борис Бурда от мира АНБА, что ли? Такой, да, сегодня будет или такой. Или кто там, Борис Крюк там? Сегодня будет, мы решили, что на вебках будет у нас только самые симпатичные участники. Последние у нас, мы провели опрос, и первые 4 места по количеству, ну, так скажем, по голосам самых красивых комментатора только окажутся сегодня на экранах. Вот последние 2-3 места у нас остались за бортом, вы сами знаете кого. Да, сегодня будет чуть-чуть более приятная атмосфера, потому что Антон Казмичев сегодня не с нами. Так что наслаждаемся этими небольшими минутами. Предлагаю начать, правила игры объясняю. Это где логика, здесь 3 раунда. По итогам 3 раундов мы выявим победителя, я надеюсь. Правила игры следующие. Первый раунд мы отгадываем ребус, загадку, логику, то, что мы видим на экране. За каждый правильный ответ мы получаем 1 балл. Соответственно, во втором раунде 2 балла, в третьем раунде 3 балла. По итогам 3 раундов мы выявляем победителя. Правила игры просты. Если они будут какие-то вопросы, парни будут задавать вопросы уже в онлайне во время игры. Ну и зрителям, надеюсь, все будет понятно, потому что этот выпуск довольно простой. Ну и смотрите, да, другие наши предыдущие выпуски, чтобы понять, насколько этот шоу потрясающе. Предлагаю начать. Все готовы, парни? Ну что, понеслась первый раунд у нас. Пошумим. Шумим. Первый раунд начинается с первой картинки. Я предлагаю, чтобы было понятно, кто будет отвечать. Вы говорите, я уже буду сам как бы назначать. Только не торопитесь с ответами. Нужно, чтобы убедиться, что ваша очередь. А какие-то минус баллы есть, я забыл? Минус баллы за самые омерзительные попытки, да, я буду давать. Но это будет, скорее всего, минус полбалла я буду давать. Плюс полбалла за хорошие шутки будут? Нет, настолько нет. У нас шоу не юмористическое, у нас шоу все-таки немножко не такое. Да. Начинаем. Немножко. Первый вопрос на ваших экранах. Я отвечу. Готов Денис Барденов? Да. Так как я воспользуюсь, можно я воспользуюсь подсказкой Василия Дмитриевича, который уже мы тестили, так скажем, и я уже приметил вот эти вот моментики, и так уж и быть, назову это OG Anunoby, игрок Toronto Raptors. Почему, да, спросит меня Алексей? Угу. А я отвечу, потому что тут OG, это сокращение его Original Gangsta.
Я вот, тебе... Минус-минус, так, подожди, секундочку. Если ты скажешь его имя и расшифровку вот этих ОГ, я тебе дам еще сверху полбалла. Не, не буду я, не буду. Понятно. Мне достаточно. Мне достаточно. И палеонтология, динозаврики, Торонто Рептерс. Да, 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 вся логика. Красавец, первый балл есть. Это стил, это такой же стил, который любит совершать OG Anunobi. Это правильно, первый раунд за первый балл. Это команда по Доте 2 чемпионская. Да, это плюс полбалла не будет, Илюх, конечно. Мне полбалла, мне полбалла за спойлер. Но это было за бортом, да. У меня просьба к вам следующая. Так, мне чуть отклеилось это. У меня отклеились ваши вебки, сейчас они появились, да, вновь. В общем, такой вопрос. Кто еще знает, как ОГ и ВОЖ расшифровывается имя? То есть, вы знаете, RG Barrett, JR Smith. Кто знает ОГ, как расшифровывается у OG? Если кто знает, то Optimus Gang. Минус полбалла. Ага. Ладно, в общем, движемся дальше тогда. Напишите в комментариях, как... Да, как зовут, да. Только не гуглите, потому что это будет нечестно. Так. Ну что, второй вопрос. Кто готов? Мандо, Джуни Синс и Mozilla Firefox. Так. Что тут у нас, друзья? А надо, Леха, объяснять в этом раунде или можно... Да, хотя бы половину, хоть что-то надо объяснить, хотя бы часть. Потому что бывает логика из трех, из четырех пасхалок много. Да, что вы видите, озвучиваете, и кто готов отвечать, говорит. Давай я попробую. Давай. Ну, как будто я просто вижу, ну, как будто я здесь вижу Дуарона Фокса, если Mozilla Firefox, то Фокс, там, может быть, этот Аарон, какой-то комик Аарона, там, Д, это прием, что ли, или что это, кто это, что это? Д, прием. Это прием Д. Нет. Джиу-джитсу. Но это типа единоборство. Да, это самое важное, что это единоборство. Какие, это уже не сильно важно. Но вы знаете персонажа по центру, это очень много может подсказать вам на самом деле. А кто это? Ну я Джонни Синс, нет? Вася сразу выдал сферу, в которой якобы разбирается, но мы понимаем, что Вася в этой сфере не разбирается, потому что алды и труфаны знают, как Джонни Синс выглядит, и узнают его лысину из тысячи. Мне казалось, блин, что это должен знать Дэ. Я на самом деле, я понимаю, что это известный стендап-комик, у которого есть очень популярный подкаст, но, да, к сожалению, я не могу вспомнить имя. Окей, не я обязательно, не знаю. Илюх. Может быть, чат, который потом в Ютубе это увидит, но я вижу здесь только одного человека, это Джо Роган. Вот, все в целом. Он, может быть, он, конечно, комик, но вообще это чистейший Джо Роган. Джо Роган это комик. Он комик, серьезно? Джо Роган, я по UFC его знаю, признаюсь. Он комик. Но это не Дана Уайт, нет, не путай. Они так все... Джо Роган, ты тоже в UFC есть. Ну, я знаю, но он немножко не на тех должностях, конечно. Ну да. Ну так что, у вас есть, у вас в принципе все есть. Смотри, Лех, давай я отвечу, я попытаюсь за минус балл типа, побороться. Давай это будет Дреймонд Грин. Логика. Из Golden State, потому что у него есть вроде свой подкаст, если не ошибаюсь. И он любит подраться, а вот почему он держит в руках Mozilla Firefox, это мне не совсем известно. Попытка хорошая, но плюс балл точно не будет, потому что это неправильный ответ. А, ну и за это какая-то чуть-чуть более глубокая логика за один балл. Окей. А что с него происходит? У вас все есть, я очень не понимаю, что вы тормозите. Давайте, у вас 30 секунд. Это единоборство. Они, скорее всего, вам не подскажут. Вот если вы загаданного человека хорошо знаете, это могло бы вам подсказать. Единоборство можете отмести, и вам хватит того, что вы видите. А я вот разве плохой вариант предложил? Его зовут там не Аарон, нет? Вы знаете его имя? Вы знаете имя? Вам Илюха сказал. Это и Джо Роган, действительно. Как вы объедините Джо Рогана и браузер Mozilla Firefox? Это очень Джо Мазул. Что еще раз, Илюх? Джо Мазула! Джо Мазула, правильно, да. То это я не обязательно игроки что... NBA, вы поняли, функционеры я и так далее. Я сказал, что Джо Мазул, а потом понял, что Джо Мазул это Джо Мазула. Я... Друзья. Кому как не тебе угадывать этого? Илья один балл отправляется. Че, двигаемся дальше. По баллу у нас пока у Бардена и у Илюхи. Да, поехали. Крайне простая логика. То есть, если здесь сообразите, тут глубоко копаться не нужно. Вот буквально все, что вы видите. А это все действующие игроки будут?
Ну, какие-то там просто популярные. Вот условно, там, Кемба Уокер может быть, но он к НБА уже не имеет отношения, он может. Там Дуайт Ховард в том числе. И вот есть игроки, которые так или иначе на периферии НБА и, там, условно, баскетбола. Баскетбол точно отношения имеет до сих пор. Кто-то может быть даже там из летних лиг, но в НБА у них опыт был, и они свежи на памяти. Это крайне просто. Это, возможно, самая простая загадка. Нифига себе. Тут, походу, намек на летнюю лигу. Илюх, давай, бери, я не знаю, что это. Да, я тут немножко отвлекся. Он сейчас паузу сейчас возьмет, там и легче, просто легче, легче не стал. Но мы что видим? Мы видим звоночек и видим джерси Miami Heat. Я просто пытаюсь тоже вам помогать тем, что называю очевидные вещи, которые вы видите на экране тоже. Ты себе помоги, ты себе помоги. Угу. Блин. Кто это? Ну чё? Звонок. Вот есть отсылка к какому-то последнему звонку, типа? Нет, нет, было бы по-другому это все выглядело, ты чё? Давайте, у вас минута. Ну, просто звонок тогда получается. Что вы видите? Что вы видите? Звонок и джерси. Кто-то сказал Miami Heat. А если чуть глубже посмотреть, что это? Что за джерси? Игрок, которого можете знать в целом. Джерси игрока, которого вы можете знать. Дуэйн Уэйд. Так, Илюха знает, отлично. Это сильно. Это половина успеха, я бы сказал. Звоночек Дуэйна Уэйда? Колокольчик Дуэйна Уэйда? Максимально просто. То есть тут даже не нужно историю никакую поднимать. Просто давайте 20 секунд. По ком звонит колокол Дуэйна Уэйда? Я понял, Леха, мне можно, нет? По его дочери. Серег, тут очередь очень простая. Дин Уэйд, типа. Дин Уэйд, все очень просто. Максимально просто, я говорю, это самая простая загадка. Серега тоже балл зарабатывает, а Вася где-то там пыль глотает сзади с нуля баллами. Ну ничего, Вася, следующий вопрос. Как на картинге там следующий вопрос специально для Василия. Если он не отгадывает именно следующий балл, то у него будет минус один, а если угадывает, то будет плюс два. Погнали. Вася, казалось бы, да? Почему Вася? Прорвало, братка. Солдаты. Так, понятно. А что это? Это Лаури Маркинин, Да, Серега, плюс балла, Вася минус один. Вася минус один. Почему, Серег, объясняй? Ну потому что джазмены и прапорщик Шматько и Кузьма Соколов. Да, хорош. Отслужил Маркинин. Молодец, да, к армии действительно отсылка имеется. Серега, два балла. Нормально. Вася, ты пока там в минусе барахтаешься, записываю, сколько у кого баллов, ладно? Будь добр, давай. Ну ничего, Вась, честно, я на тебя оставил в этом вопросе. Двигаемся дальше. Вау. Ага. Вот это Вася должен знать точно. С чего вдруг-то? Так. Ну это, на самом деле, уже как будто бы даже во втором раунде могло появиться, то есть тут чуть-чуть посложнее. Я знаю. Давай. Я готов. Это Домантас Сабонис. Хорош. Объясни. Ну, типа Light the Beam. Отсылочка к победам Сакраменто в прошлом сезоне. И, естественно, женщина, которая доминирует над мужчиной, можно поиграть со словами с именем Домантаса, типа, и все. Вообще, у меня вопрос, как можно провести стрим, где, типа, в участниках и в ведущих будет два создателя OML, типа, это вообще кто такой? Как? Ну это реально под второй раунд, кстати, вопрос. Ну, как будто, ну, в любом случае, вижу, времени много не... Дин Уэйд, вы думали, полторы минуты, вы серьезно? А этот Барден за 5 секунд. Ну а почему? Че, доминанта, это же подсылка, ну, к ролику, я так понял, да? Понял, что доминант Сабонис. Ну да, да, конечно, доминант Сабонис, да. Смотрите ролики, да, как меня... Как, ну, как найдете, в общем. Назови меня тихо по имени. Назови меня, да. Тихо по имени, да. Да, ролик старенький, там как раз немного просмотров, залетайте. Да, Барден второй балл зарабатывает. Следующая картинка. Counter-Strike M6. О, я знаю. Ах ты с... Я знаю. Давай, Барданкова, чай. Это Андрей Кириленко. Да, это Андрей Кириленко, почему? АК-47, потому что стандартное оружие МК у КТшников,
CS. А у... Ну, типа базовая, скажем так, которая постоянно берется. На так называемая B4.2, так называемая. А сколько патронов Counter-Strike Global Offensive было в АК-47, Денис Барденов? Тридцаточка, по-моему. Так, CS2. А что там, думаешь, там убавилось? Типа, не, вроде столько. А в 1.6 давай. Хорош. Не-не-не, Барден не ведется на эти провокации, Люк. Ты сам толком не знаешь. Молодец, Барден. Да, что-то ты разогнался, давай. Нормально, он пикнул. Тормозни свой Light the Beam. Давай, у тебя 3 балла, ты в лидере вырываешься. Я прошлую свою игру, как она закончилась. Так, ну что, двигаемся дальше, да. Это что за жир-рип? Ну, верни Дайртайт. Тут у Илюхи, здесь есть преимущество, я скажу. У Илюхи есть небольшое преимущество. А, у меня, у меня есть предположение. Ладно, давай, Серёг, давай. Это Малик Монг. Объясняй. Ну, картина Мунка, по-моему, это вот лицо, вырезанное справа с картины Мунка, по-моему, где вот это лицо, типа... Которое... А, это хорошая логика, слушай. Да, я тоже думал о Малике Монке, потому что там у него же все эти картины Мунка, они в целом легко узнаются. Да, но это было бы как-то... Ну, короче, это даже, наверное, посложнее, чем то, что загадано. Думал, что какое-то лицо вместо той картины. Ну, нет, да, хорошая попытка, но нет. Давай, Барден. Спасибо, Илюх, что напомнил про Dare Tide людям. Мы его обязательно вернем. Серьезно? Нет. На самом деле это Гейб Винсент. Почему? Потому что это Габен. Вот Гейб, а художник Винсент Ван Гог, если не ошибаюсь. Ты что-то... Я тебе скинул ответы, да, ублюдок? Что происходит? Парень прошелся. Может, ты сегодня еще и матч заберешь у нас? О, нет, это я оставляю на вас. 4 балла получает Барден. И его потихоньку начинает ненавидеть Сергей. 4 уже у него? 4 балла, работаем. Да. А Вася что должен думать в отношении Вася, него? Вася пока в целом фан залетел. Я своей игрой доволен. Все свое заберет, Вася, давайте. Так, давай, идем дальше. Остается не так много вопросов. Хуис. Кто все эти белые люди, я понять не могу. Белый, значит, элегантность. Лука Дончич? Это нет. А почему? Белый парень, который кушает. А, это логика хорошая. Я бы добавил полбалла, если бы я мог. Но я не могу. Так, Мак. Мак Ланг. Короче, ищите игроков с пипиской Мак, друзья. Это изи вин. Подсказка, нет. Не надо. Мак Грудер. Мак Дэниелс. Ну что вы видите? Ну мы видим Мак Комбо, судя по всему, как. А помните, как вы что-то говорил, Chicken McNuggets? Кстати. Я чувствую здесь принадлежность к команде, но кто это? Подскажу, нет. Не о какой. Здесь об игроке только и слева, и справа. Я могу подсказать, но это комбо. Комбо. Ну да, это Мак Комбо и. А справа гард. Нет, слева, по-моему, не Мак. Я как истинный хейтер Макдональдса, но я все-таки знаю все равно, что это не Макомба. И это не это вообще не Макдональдс, кстати, говорят, вкусная точка, прошу заметить. Вкусная точка. Да, не, это фото с олдовое, оно еще из Макдональдса. Ребята, Бигмаки соус старый. Да. Вась. Че ребята написали? Тебе Барден, ребята хочешь, чтобы написали? Да, не, я хочу, чтобы ребята написали, в чем разница между Ростиксом и KFC, где вкуснее, ребят. В комментариях напишите, пожалуйста. Барден интерактив проводит. Вась, что видишь? Вась, вообще ничего не вижу. Я вижу еду. Да вот в чем проблема! Ну я не понял. Почему? Что за белое тело вообще? Так, смотри, Вась, что за чувак, абсолютно не важно. Важно, в чем он. Дерек Уайт. Не настолько логика. Это нет, имеет. Это лук. Я понял, да, это как обычно. Девушки так же говорят. Что насчет того, не кто это, а в чем он, и это относится к событию какому-то. Вот в этом луке. Есть одно событие, и оно привязано к нему. Нет. Во всяком случае, ну, так шутили насчет него по поводу его. Очень. Подвержен травмам, скажем, этот игрок. Его можно связать легко. Очень легко связать вот с тем, что слева. Не, ну слева-то да, я справа не понимаю. Еще раз? Еще, Вася? Зайон Уильямс? Да, Вася, это Зайон Уильямс, если объяснишь логику, давай. Ну, подвержен травмам и жрать любит. Ну, это подсказка, да.
действительно, на что я рассчитывал. Если еще раз расскажешь, что-то я тоже буду за тобой повторять, и мне повторять баллы. На что я рассчитывал, да, я подсказал, и половину он правильно сказал. А белый костюм как ты можешь подвязать к Зайону? Можешь как-нибудь подвязать? Не помню, может, он на драфт пришел? Да-да-да, если вы помните, он на драфте был, ну, первый номер пика был полностью в белом костюме Зайон. Как и Леброн Джеймс в свое время. Вот по-моему. Илюха, Илюха за этим следил, я не знаю, почему он тут. Не, да, он был. И чё, что я следил? Как я должен был догадаться до этого? Ноль баллов, Вася. Вот ноль баллов. Вася начинает игру заново. С минусом вылазит. Идем дальше. Двигаемся. У нас два вопроса осталось. Это предпоследний. Легендарное шоу. Так, я вижу здесь Джей Такера. Его можно было не заметить тут, кстати. Ну, Пиджей Такер или что, или он не просто так? Хорош, Лёх. Вот это загадка, да. Вася думает, надо... Среди них есть баскетболист Василий. Его нужно найти, определить и назвать имя. Что это? Кто эти белые люди? Опять не могу понять. Они не все белые, Вась, если так, к слову. Ну, что видите-то? Объясняйте, давайте. У вас есть... Нам нужно найти американского таланта, который играет с Пиджей Такером в одной команде. Я вижу Боба. Нет. Я подскажу так, по факту, что этот игрок не играет в одной команде с Пиджей Такером. Mm-hmm. Не уводить в ту сторону. Ну тогда нам просто нужно американского таланта найти. С Бобом. А Динамит входил в логотип американского таланта или ты его добавил? Не, добавил. Это дополнительно. Жестко. Поэтому у вас есть шоу, у вас есть Пиджей Такер, у вас есть Динамит. Как это можно связать? Я знаю только группу Динамит музыкальную. Хорошая, мне нравится, очень хорошая. Да. Можно регулярно услышать в этом сезоне на моих трансляциях треки. Да, боже. Поддерживаю, о боже. О боже, так а при чем тут Пиджей Такер? Такер. И Бомба. У вас есть в целом, если вы помните, как отгадывался первый вопрос, по-моему. Какой, кто у вас был первый? А, нет, второй. Первый был Лауджи Ананоби, второй был кто? Если вы вспомните... Мазула. Да, логика какая была? Это мой единственный пал. Логика какая была, вспомните? Примерно вот схожая логика. Ну, перековеркать какое-то слово нужно будет сейчас. Ну, не то чтобы. Ну, короче, прикол в том, что если так прищуриться и посмотреть, то в целом-то можно и... Ты что, стартовая пятерка чья-то, я не понимаю. Не-не-не. Давайте, у вас 30 секунд. Серег. Серега щурится или спит, я не понимаю. Серег. Я щурюсь, блядь. Кто это, блядь? Да что? Кто связан с Динамитом? Не, Динамит можете пока проигнорировать. Это просто доп-подсказка. Это скорее... Давайте я лучше так кину. Это будет прям мощная подсказка, если вдруг вы знаете. Но если вы не знаете, это ничего не подскажет. У этого игрока есть прозвище. Он когда был вот в одной другой команде, не в которой он сейчас находится, у него было прозвище такого. Динамит. Mm-hmm. А это я не про Турчинского, не про... Это именно про игрока. Ему давали такое прозвище. Вот. Тогда я не знаю. Ничего себе, вообще вот, поэтому теперь вы Динамит можете уже не связывать с другим. Давайте, что вы видите? Америка с талом... Я вообще сначала чуть Ваджнаровского не сказал. Ваджбомб, типа, там, что ты... Ой, здесь логика хотя бы есть. Давайте, все, 10 секунд пошли. Если не угадываете, я просто дропаю ответ. Давайте на виду хотя бы. Вы видите два слова. Они... Одно из этих слов может указать вам на вот... Mm-hmm. И это слово выделено красным. Mm-hmm. Ну что... Три. Талент. Мортон Такер. Это в никуда уходит, потому что вы все дружно сказали, я даже не понял, кто первым сказал. Мортон Такер. Барден озвучил первым талент, а потом Илюха, по-моему, сказал первым. В общем, это в никуда идет, ноль баллов, никто не зарабатывал. Талент, Мортон Такер, да. Пиджей Такер, талент, Такер, Динамит, все. Идем дальше. Последний вопрос первого раунда и подводим промежуточные итоги. Это первый раунд, друзья, давайте, погнали. Поехали. Что-то осуждаемое на экране появилось такое тут. GTA RP мы это все смотрим, если вам интересно. Да, это все в GTA RP, друзья. Да, нет, не переживайте. Заходите на сервер All About NBA, там машину вам в гараже бесплатно дадим. Так. 500 зелеными. Ну это Dream USA Dream. Джамайкл Грин. Да, Серег, объясняй. Ну типа от Майкл и Грин, а Джа типа от Джамайкл, а Джа типа от Амарантов, который...
Да, хорош. Как я школу закончил с такими объяснениями. Хорош. По-ублюдски объяснил, но ты все, в принципе, связал то, что здесь можно найти. Да, Серег, это у тебя третий балл. Ну что, подводим промежуточные результаты первого раунда. Они появятся на ваших экранах прямо здесь. Мы пока перейдем на второй раунд. Первый раунд заканчивается в лидерах Денис Барденов. У него 4 балла. Дениска на правах лидера будет на первый вопрос не отвечать. Будет только подсказывать. Ты не можешь набрать очки в первой загадке второго раунда. У тебя 4 балла, у Сереги 3 балла, у Илюхи... одно очко, по-моему. И это я вообще не про баллы даже говорю, да? Я и не про баллы даже. И у Васи ноль, но зато гордые. Вот как вот... Вот что делает армия с людьми здесь, когда ты не угадываешь эти вопросы, мать. Ты с нулем. Хотя по факту у тебя один балл. В конце игры я, может быть, добавлю этот балл. Верну тебе твое очко. Идем дальше. Это калибровка тут простой. Поаккуратнее с выражениями. Давай. Идем дальше. Это второй раунд. Это уже будет за 2 балла. Чуть посложнее. Что это вообще происходит? Кавай какой-нибудь. Так, ну с 3-1 только... Что у нас? В финале одна команда отыгрывалась. Помним, да? Отрежает как-то или нет? Ну, как бы... Частично да, частично нет. Имеет место быть то, что ты сказал. Ой, ладно, я предположу, что это Кайри Ирвинг. Объясни. Потому что... Когда-то его команда отыгралась в плей-офф финале единственный раз 1-3. Это потому что у него долбоёб, я не знаю, или что это у него во лбу, потому что он дурачок. А на пальце у него сердечко, потому что он любит всех вокруг. Серёг, ну да, ты отвратительно объясняешь. Ну любопытно слушать, на самом деле, как далеко тебя заведёт твой разум. Ну, кстати, тут наградка интересная, вот эта с бросающим. Ну, она вроде к Кайри никак не относится, наверное, он не подходит. Не, ну он же забил там важный бросок. Там, ну, как бы да, но награда какая-то вообще, что это за награда? Нет, все, оставьте в покое. Не, награда важна 100%, но вот это не Кайри вообще. И, кстати, если Кайри ты бы не назвал, если бы ты знал, что это к чему, ни за что бы Кайри сюда не подошел. Но ты попытался. Барден, ты можешь подсказать, напомню, Дэн, ты можешь не можешь угадать, но ты можешь пацанам помочь. Я понимаю, да нет, я сам пытаюсь тут как-то привести к чему-то. Мне просто единственное интересно, вот правда, сердечко с рукой, это значит, что он что, украл чьи-то сердца? Нет, все проще, просто выбранный палец, Это... выбранный палец. Что происходит? Что это, Кевин Лав, что ли, или потому что это? Это как сердечко. По той же логике... Только лав или что? А лав как имеет отношение? Нет, Та же логика. 3-1, серия лав, Кливленд. Это и не игрок того Кливленда. Все, так и достаточно подскажу? Чтоб ты не перебирал именно да. Шамперта и так далее. Вот этого оставил в покое. То есть он что-то этим пальцем сделал, правильно? Нет. Это просто вот 3-1, вы начали правильно разжевывать. Награду почему-то выпищу. Мне казалось, это главная подсказка. Награда. Почему вы ее игнорируете? Он чуть-чуть дурной. Вот показывает персонаж. Это персонаж офиса или это просто офисный чувак? Я не знаю. Руслан Ермаков, спасибо тебе за то, что ты спутал. Я не понимаю, что это значит. Так вот, палец выбранный какой-то. Он какой-то палец. Ну и 3-1, вы правильно подумали, только это финал, я не знаю, почему обязательно финал, и не знаю, почему обязательно выиграл, и не знаю, почему он не может проиграть, а может и выиграть. Ну и награда, ё-моё, ну награда, ну это что? Слушай, я не знаю, ну, нет, я не знаю, ну все. Это законченное предложение. И благодарить за подсказку. Отлично. Илюха очень... Что Йокич жестко 3-1 переворачивал. Вот Никола, но это не он, я думаю. Хотя первый, указатель. У меня есть вариант. Давай. Если мне можно вообще говорить. Да. Может быть, это Чонси Биллс, типа Биг Шот, типа Биг, большой палец, типа Шот, вот это на награде бросок. Хотя награду Чонси Биллс, честно, не помню. Но это есть. Это есть связь, хорошую связь ты придумал, но награду ты не подвязал так, как нужно, потому что награда определенная. И здесь нужны знания ваши, как зрителя. Вась, что это за награда? Тебе напоминает что-нибудь статуэтка? Это не MVP. Это не лучший оборонительный игрок. Это не лучший скорер, это лучший шестой. И как будто бы можно очень многих отместить. Давайте, у вас 10 секунд, погнали. Вась, назови Джамала Кроуфорда хотя бы. Ну так, как вариант. Просто. Ты уже назвал, будь то давай. Не, я уже 5 раз назвал, типа я уже мимо. Так, точно. 5 секунд.
Если ты обоснуешь, конечно. 3-1, проиграли. Палец большой. Серега, Вань, вот назови Джамала Кроуфорда точно. Большой. Ну, как нет. Относится большой к Джамалу Кроуфорду, я не знаю, поэтому оставьте. Ну, он тоже большие броски умел делать, что? Это не биг шот, это просто. Ну, он большой. Был в команде Дока Риверса, который 1-3 проиграл. Серега минус полбалла. Сереге минус полбалла за высокое содержание в эфире. Я не знаю, я даже не знаю, как подсказать. Ладно, да, все, я все. Проигрывал 3-1. Какой главный тренер? Чаще Док всего. Риверс? Игрок большой с наградой лучшего шестого. Полбалла разыграем. Монтрес Харрелл. Да, Монтрес Харрелл. Полбалла. Я вернул себе полбалла. Полбалла вернул. Ты, по сути, в ноль вышел, да, в этом раунде. Молодец, Серега. Двигаемся дальше. Это второй раунд, друзья. Второй раунд. Да, не просто. Можешь начинать играть, Денис. Все, наконец-таки. Я готов. Так, здесь очень много деталей именно вот в этом раунде. Следующих будет именно как-то вам помогать могут. Либо путать, но они все что-то будут значить. Практически все. Mm-hmm. И вы можете задавать мне вопросы, значит, вкладывается ли смысл в отдельно вот эти детали или нет, чтобы вы понимали тоже. Так что, давайте. Что тут? Что вы видите? Я боюсь просто, что я наговорю на бан видоса потом какой-нибудь. Доллар мы видим. Это Бейкер? Это Бейкер? Рон Бейкер. Да, мы загадали Рона Бейкера во втором раунде, которого ты вот вчера только случайно вспомнил. Нет, это не Бейкер, да? Ладно. Хорошо. Ну, полбалла-то можно за это? Ну да, хорошо. Слава богу, не отняли, Илюх, слава богу. Но это очень хорошая загадка, она очень глубокая. Она вот прям как будто бы даже для четвертого раунда бы подходила, если бы был четвертый раунд. Но это очень забавная загадка. Но мы кого-то пекаря видим и видим кучу долларов. Это история. Пекарь, наверное, не сильно важен. Тут важно, кто это, он стоит с чем, и с чем это можно в жизни ассоциировать. То есть это кто, с чем. Тут еще могу одну подсказку дать, но я не буду, она сильно вам устанет и испортится вся история. Короче, попробуем. Бля, у меня есть вариант, но я боюсь, мы тут просто на бан видоса нарвемся, если это вдруг Дэнни Авдия будет там, ну. Ты просто говори, я скажу. Нет, это не Дэнни Авдия. Можешь не продолжать. Ну, слушайте, тут же не обязательно игроки, правильно повторюсь? А, это точно игрок. Ну, вообще тут... А, это точно игрок. Это точно игрок. Блин. Вы, чем, хотел, вы я... что видите? Давай, Вась, ты мне нужен, я соскучился, Вась. Что ты видишь? Я вижу зеленые купюры. Так, о чем могут сказать деньги нам? О том, что он богат. Так, он богат, то это мы можем сказать про 90% игроков лиги. Так, это мы немножко скукузили, 10% откинули. Дальше, что мы видим? Агась. Бородача какого-то... Это неизвестный бородач, это просто мужчина. Да. Вот это мы зафиксировали. Он держит хлеб в руках. Он держит хлеб в руках. Ты чертовски наблюдателен. А что еще можно заметить на общем фоне того, что вот тут деньги? А что тут еще можно заметить? Ну что-то можно фартук. Заметить. У него фартук и коричневый фон. Не-не-не, оставь мужчину в покое, мы с ним определились. То есть на фоне что-то мы еще должны заметить? Ну что-то еще есть. Что может подсказать? Ладно. БФ или что мы там видим слева внизу какой-то? Не-не-не-не-не-не-не-не. Это именно... Это прям по центру, Это не надо искать углы. Это просто может незаметно быть для вас и не значить как будто бы ничего. Но... Ну, ладно, видимо, да. Видимо, не значит ничего. Фри написано, что-то фри. Деньги? Мужчина за хлебом? Мужчина за хлебом? Бывает такое, да. Батя возвращается пьяный в руке буханки. Так, это уже хорошо, это уже в ту сторону хотя бы. Так. Мужчина. Ну что, это Джейлен Браун, получивший кучу денег, или что это? Уже логика хотя бы какая-то есть, да. Но нет, это не Джейлен Браун. А почему Джейлен Браун? Ты просто потому что он получил. Потому что коричневый Браун вокруг фон. Коричневый лоб. Прикольно, да, есть логика, прикольно. Продолжай. И Браун, и деньги. Да. И что? Ну, добивай! Там, блин. Ну, да. Говори что-нибудь. Говори, Брюс Браун. Это Брюс Браун. Почему это Брюс Браун? Тут вроде и Браун коричневый, и деньги. А Брюс это почти как бред, хлеб. Отвратительно, но я себя засчитываю 2 балла. Объясняю, в чем логика.
именно мужчины с хлебом. Это логика Руслана Ермакова. Он сюда засунул глубочайшую историю по поводу того, если вы вспомните, помните по шутку про одну известную порноактрису, Вась, ты, наверное, помнишь. Даже не шутка, а про то, как все считали, что это ее ребенок от другого игрока. А на самом деле... А выяснилось, что это ребенок от кого? От Лана Роуз. Нет. У Лана Роуз ребенок от кого выяснилось? От Пола Джорджа. От Брауна. От Брюса Брауна. Да, все думали от Гриффина, но это ребенок от Брюса Брауна. И он ушел. Ушел куда? Батя возвращается. Нет, наоборот, он ушел за хлебом и не вернулся. Вот, эта история. Но это четвертый раунд. А что, я нормально, кстати, напел-то на подсказку. Нет, так я говорил. Я говорю, надо было дожать. Но Серега дожал, так что Серега получает 2 балла. Идем дальше. Ладно. У Сереги сколько у нас получается? 5 баллов, да? Обогнал Бардена, все. Но... Так, короче, я могу начать, я думаю, по баллу получу за это. Это Далласский клуб покупателей. Так. Покупатели кого-то, кто опять вернулся в Даллас. И, блин, я хочу ответить. Илюха начал пока, подожди. Но Илюха начал, да. Ладно. Так, а кто у нас вновь вернулся в Даллас? Есть ли такие люди, которые вновь вернулись в Dallas Mavericks? Нет таких вообще. Сет Карри, по-моему. Да нет, это много кто. Блин, Бобан Марьянович, может, какой-нибудь? Он постоянно туда будет возвращаться. Илюх, нет, это не Бобан Марьянович. Давай тогда Дэн отвечает теперь, да? Ну да, давай, я думал. Не, я думал на самом деле Васе дать балл, потому что по факту, мне кажется, он правильно ответил. Ну, Вася ответил, да. Я просто объясню, я просто могу объяснить в том плане, что как Илюх правильно начал Далласский клуб покупателей. И братик у Сета Карри есть, мне кажется, менее известный брат, Стефан Карри, мало кто о нем слышал, но... Да. Вот. И все, и вот он возвращается назад в Даллас, в котором он уже играл. В третий раз. Я пилю баллы пополам, да. Васе не даю полный ответ, потому что Вася вне очереди выстрелил. Это напоминание Васе про то, что отвечаем по очереди, но он ответил правильно, поэтому баллы ему все-таки дам. И Барден просто любопытно, как бы, любезно объяснил логику, которую начал объяснять Илюха, и Илюха опять остается ни с чем. Почему ли с чем-то? С кальяном? Нет, надо добивать. Нормально, начал-то хорошо, закончил, как всегда. По одному баллу Васе и Дэну, у Дэна становится у нас 5 баллов, у Васи 1. Илюха дальше с кальяном сидит. Идем дальше. Поехали. Вау. Вау. Ну, это такой внутряк. Это такой внутряк, я вам скажу. Это кошмар лютейший просто. Это надо вспомнить события. Я бы вкинул просто какого-нибудь Сэма Хаузера, потому что, типа, Галинари взяли в Бостон, вот, он сломался в целом, и вместо него эти минутки получил Сэм Хаузер. Типа. Логика хорошая, Илю, я бы тебе дал полбалла, если бы ты не был фанатом Бостона, а так как ты фанат Бостона, я не могу их дать. Тут логика следующая. Это нужно вспомнить события нашей с вами жизни, наше событие с вами связывающее. И то, что имело отношение к около НБА. Вот настолько это сложный вопрос. Когда это имело? Летом, буквально. А в июне? Ну, да. Скорее всего, да. Сейчас просто зрители такие сидят, такие, чё они? Ну, это такие, должен быть такой раунд, который чисто вас будет бить. Ты, Барден, тоже можешь в теории это знать, но я не знаю почему. Руслан посчитал, у нас Ермаков, это создатель, автор этого пака, посчитал, что это событие, которое запоминающееся. В его глазах, видимо, оно таковое. Я помню только, когда кроссовки в около НБА выложили мои. Это ты о себе много думаешь. Нет, Серег, ты никак не подвязать то, что мы видим на экране. Мужик слева похож на Серегу, который долбит в дверь очень хорошо. Это хорошо, ладно, Вася, это хорошо. Но это апгрейд, Блин. Здесь не важно, что это Агутин. Сразу говорю. Как это не важно, что это Агутин? Это не важно. Важно, что он пьет. Я отказываюсь отвечать в этом раунде, если не важно, что это Агутин. Короче, подсказка. Это связано с любимой командой Илюхи. И это связано с одним событием, которое произошло, но... Он уже предположил, Хаузер, что...
событие, событие, которое произошло именно летом, в тот момент, когда мы пили... Ну, там был трейд Бостон, точно. Так. С приходом Кристапса Порзингиса. Так, и... В Бостон Селтикс. Так, апгрейд никто не вспомнит, потому что... Давайте закончим с этим вопросом, потому что это Кристапс Порзингис, правильно? Илюхе мы даем сейчас. Да, конечно, уже ответили. Даем, да, даем. Илюхе даем. Потому что это видео, где мы выходили из бара, и Антоха записывал видео, выгнал меня из бара буквально. Он спросил, он говорит, типа... И он спросил, что ты думаешь по поводу апдейта, мой босс. Я сказал, что... Обмен Галинари на Порзингиса номинально — это апгрейд. Вот. Это почему-то посчиталось, что событие яркое. Вот. Ну, друзья, это... Короче, кто в чате поймет, вы официально приглашаетесь в следующем году в бар где-то там в Сочах. Да-да-да, Илюха Волгоград вас зовет. Два балла, пока, Илюха. Погодите, пока мы не начали, да, ну, давайте... Я вот просто так облечусь между нами. Вообще помните, чем я тогда, чем в тот момент занимался? Вы думаете, я понимаю, что вы тут говорите? Нет. Но ты мог после узнать про это. Не в лайве видеть, а вот в около инба потом увидеть. Но ты просто не спрашиваешь. Так, смотрите, пошел какой вопрос, отсылочка. Если я на это не отвечу, да, это будет позор. Честер любит читас. Да. Илюх, сколько у тебя баллов получилось уже? У меня был один. Было, стало 3. Запоминаю. Так. Так, ну вот как будто бы для меня даже, который хоккей абсолютно смотри, не понимает. Смотри, вот здесь у меня вот я вижу, что делать. Я вижу. Это Энтони Эдвардс. Так, почему? Ну, я вижу муравей Ант, Энтони Эдвардс. Вот, я заметил муравья, возможно, один, кстати говоря. Вот. Возможно. Я заметил реально. Вот, типа, ну я только на это внимание обратил. Вот. Все, ну, это правильно, да? Ну, команда из Миннесоты. Миннесота, но Миннесота Тимберлс, Миннесота Вайлд. Да, это совсем муравей. А Честер? А Честер? Честер, чё? А ну, Честер? Хорош, да. Это вообще не имеет отношения к Энтони Эдвардсу, но это правильно. Барден пытается на 0,2 балла залететь сейчас, типа. У него не получится. Да, он просто... Это история к тому, что Энтони Эдвардс, да, это Энтони Эдвардс, муравей, Энтмен, Миннесота. И в одном из видео, по-моему, то ли в JQ, он говорит, что он может по 18 пачек в день съедать вот потом вот этих Честер Фри. Это из его биографии. Я, кстати, когда в детстве ходил заниматься спортом, я когда заканчивал тренировку, стабильно брал пачку Честера. Не сигареток, а сигареток. А по тебе так и не скажешь, да? Двигаемся дальше. Илюха зарабатывает 2 балла. Илюха зарабатывает 2 балла. У него становится 5 баллов, да. И Вася врывается с ноги, потому что он почувствовал уверенность. Он говорит: Матис Тайбл, объясняй. Все легко, Матис и Бык, Бул, Матис Тайбл. Единственное, причем тут Антоху пока не могу понять. Ну, в принципе, ты большую часть логики объяснил. Я могу объяснить, почему. Давай, но это балла, просто так. Да, я знаю, но потому что, ребят, не забывайте, что когда вы смотрите ролики от All About NBA, не забывайте про чаек, кофеек и энергетик. Окей, а как это относится к Тайблу? Я думал, вы поигрались теперь. Нет, вы типа с Ти поигрались, может быть, типа... Не-не-не, у меня есть логика, то, что он животное постоянно говорит. Да, ну тогда. Если бы ты не добавил фразу «у меня есть логика, то, что он животное», и закончил, это был бы последний выпуск. Что такое Тай? Тай? А на чем на попытке? Таиланд. Да, Антон в Таиланде. Таиланд, Антон. Ну, тоже логично, да. Вот, в общем... Лёх, тоже нормально, но у Васи лучше, конечно. У тебя тоже нормально? Вася хорош, 2 балла. Вася врывается, у него 3 балла становится, он так, скажем, к Серегу догнал или нет? Илюх. У меня 5. Я вообще-то Лёх набирал 2 балла в этом раунде еще. А, да? Тогда у тебя 5. 5 у Бардена, 5 у тебя, 5 у Илюхи и 3 у Васи. Вася отстает пока от всех, у всех остальных поровну. Идем дальше. Следующий. Вау. Мультибрендовый. Это скриптонит. Надо спеть. Это скриптонит. Но это не к тебе, Лёха. Но всего не выкуришь, но всего не выкупишь. Это не к тебе. Но всего не выучишь. Это вызов для Ильи. Ну что вы едите, давайте. Короче, Facebook, Coca-Cola, Google, Nike, YouTube, Adidas, ну, Apple. Как будто бы не сильно, да, важно? Interest. Ты как спросил, так и ответил. Microsoft, Chupa Chups, PlayStation, Facebook, Audi, Pinterest. Какой у нас? eBay. Важно. Не. Ну ладно. Пока Илья глумится, настоящие мужчины в виде Васька думают, что здесь может находиться на экране. И женская рука. Это, естественно, Кендалл Дженнер.
Ну, на самом деле это может быть вот вообще под первый раунд даже подходить. По моим предположениям. Это очень просто. Я ответил. Да. Это Девин Букер. Потому что он встречался... Потому что он Кендалл Букер, на самом деле. А почему вы решили, что это женская рука? Это как будто бы... А чья это рука? Ну, это нарисованная рука вообще в целом. Она мультяшная. Мультяшная, да. Вы видите, буквально через вселенную. Два определения вы видите на своих экранах, и это нужно связать. Рука и реклама, типа, имеешь в виду? Ну, не обязательно. Бренды, ладно, бренды, да, типа? Ну, бренды. Чуть-чуть, как будто бы синоним этого слова. Hand? Made. Да, hand — это же синоним слова рука, да? Синоним слова рука. Hand. Arm? Wrestling. В целом, чё? Блин, Илюха заряженный сегодня. Он хотел слететь с игры с этой, но такой заряженный, особенно во втором раунде, просто вот после Мадзулы полетел. Это что? Ну, не можем просто как рука, хэнд, что это? Это арм, потому что все правильно. Типа он держит, короче, контракт какие-то крупные подписал с брендом. Нет, ну логика какая-то есть в этом, но она не здесь, не эта логика. Но Вася хотя бы что-то пытается пробить. Не, Вася, это нормально предположил, я тебе скажу. Лучший из вариантов. Потому что вы отвратительные варианты пока. Ну ничего страшного. Парни, это hand или это arm? Это кисть. Синоним слова рука. Так, что мы знаем из синонима слова рука? Hand или arm? Ладонь. Опа. Синоним? Вы не синоним на то, не на то слово синоним ищете. А на что надо? На бренд надо искать, видимо, судя по всему. На любой из них? Нет, ну, просто на бренд. А. Типа. Бренд. Спонсоры. Логотип. Mm-hmm. Дэйм Лиллард. 3. Хорош. Есть логика, но я тебе ничего не дам. Я тебе ничего не дам. Лого 3. Ух, как я сегодня хорош, боже мой. Да, кстати, это очень хорошо, но это неправильный ответ, но это хорошо. Ну, он реально показывает лого, логотипы, типа. Но... Ладно, блин. Остынь. Остой, это правда можно мы соотнести как жест, нет? Который этот игрок мог... Нет, да? Ну нет, такой странный жест никто не говорит. Нет, все проще, все просто. Не важно, что рука показывает, важно, что это просто рука. Объедините два слова... И будет ответ. Серег, я на тебя рассчитываю. Давайте, 30 секунд. 10 секунд пошли. А какие слова-то объединять? Вы-то озвучили их. Блин, мы столько всего озвучили, особенно Илюха. Ну, мы определились. Это действующий игрок. Да. Это действующий игрок. Да. 5 секунд. Лого или... Логунхит? Ладно. Ты себя загадал, что ли, блин? Тихо. ЧСВ, поубавь тут же. Ёлки-палки, блин. Это Спенсер Динвиди. Почему? Я не знаю, потому что спенсеры и Динвиди — это синоним слова рука. Спонсоры, спенсеры! Боже мой, это лучшее еще, что я пока слышал. Спенсеры. Бренды. Ну короче, лого и рука. Раз, два, три. Закончили. Никто не ответил, 0 баллов. Давайте я просто подскажу, чтобы вы уже сами озвучили. Лого и рука. Рука, лого. У кого? Лого, рука. Кавай Ленард, черт возьми. Это было очень легко. Это было правда на первый раунд, друзья. Так что идем дальше. Да. Справа кто? Блин. Жестко. Кто справа? Кто не знает? Девушка в красном. А, это Кайл Андерсон. Почему? Китай, Чайна. Потому что слева купюра Китая, он на чемпионате мира выступил за Китай. Так. Левая часть точно относится к этому, но справа, я не знаю, это какая-то Андерсон, но я, извините, не знаю, кто это такая вообще. А не важно, кто это. Потому что у Сереги есть девушка, все правильно, он не может молодец, знать. Молодец, отлично, поддерживаем. Семенины, плюс чат. Так, ну что, это неправильно или что? Это неправильно. Логика присутствует. Что, классная. Нет, была, это неправильно. Но ты не добил вообще половину. Это второй раунд. Это было бы слишком просто для второго раунда. Просто Китай, игрок, свежий. Ну, я думал, что я просто, знаешь, сложность в том, что я справа не знаю, кто. Типа, да, слева. Да.
Нет, поэтому... Что, нужно сказать, кто изображен на купюре, Си Цзиньпинь, или что вы, это такое? Вы перед тем, как можете отвечать, я понимаю, что есть соблазн иногда выкрикнуть чуть раньше, потому что, ну, конкуренция, тут может кто-то быстрее ответить. Вы можете спросить, имеет ли значение это или это, и я отвечу. Ну, имеет ли значение, нужно ли знать, кто справа, вот прям конкретно? Нет, я сказал нет. Это неизвестная личность, да, по идее? Да плевать, кто это вообще. Я бы даже сказал, плевать, что это женщина. Ну, то есть, а моя логика с тем, что слева... А моя логика с тем, что слева там что-то... Я очень сильно держусь, чтобы не спеть трек «Красная помада» легенды. Ладно, я извиняюсь. Ну, дикая, но у меня второй вариант есть. Это Джордан Кларксон, уроженец Филиппин, блядь, который слева, может, это филиппинская купюра или что? С Китаем ты, по-моему, чуть-чуть плюс-минус ближе пробил. Филиппин, оставь покой. Ну что ж такое, ну все тогда. Ну, блин, что слева? Ну, кто у нас еще в Китае? Может, ну навряд ли... А, стоп, Дуайт Ховард, он где вообще сейчас? Может, это Руи Хачимура? Почему? Просто. А, ты просто не отличаешь Китай, Китай и Японию отличаешь. Нет, ты попал близко к Китаю, а что я, Китай... Лущайна переключили. Это Джеймс Харден. Так, почему? Потому что? Потому что он на распутье, либо ему играть в Китае, либо его возьмут этой девушкой в группу поддержки Хьюстон Рокетс. Нормально. Да нет, она полшишечки буквально, нет. Это не Джеймс Харден. Давайте я просто буду подсказывать, наводите, у нас и 30 секунд, запускаем таймер и двигаемся дальше. Давай. Мы видим, я сказал, что это не важно, что это женщина, это просто человек в красном плаще. Зафиксировали. Дальше Китай. Действительно, Китай имеет отношение. Но игроки... Вы понимаете, что не все игроки связаны с Китаем. Есть игроки, которые вот Серега вспомнил. Есть игроки, которые связаны с соседями Китаями. Вы можете там даже японцев вспомнили, да? Ну и... Этот игрок участвовал в конкурсе, где есть что-то, что вот нарисовано слева. Это можно объединить. Деньги и мяч. Деньги и мяч. Moneyball. Да. Че это? Это фильм с Брэдом Питтом. Еще раз. Действующий игрок. Да, ну нет, ну да, ну да, ну да. Он пока не определился. Он как будто бы мог стать... Я, кстати, не уверен, что я знаю, где он. Он, по-моему, мог быть сейчас игроком NBA, но, по-моему, он не подписался ни с кем. Это очень сильная подсказка, кстати. Блин. Либо подписался, я просто не в курсе, честно. Не такой, на данный момент это не такой знаковый игрок, но в свое время это просто легенда. Ну, Вася должен угадывать, я считаю, вообще, по факту. Игрок, которого он очень, ну, знает больше. Тогда Брэндон Джеймс. Это типа конкурс трех очков. Он в Китае играет, все, в чем проблема. Он сейчас мог подписаться с командой, были слухи, сейчас с NBA, потому что... Он так может подписаться, просто не подписывается. В нем заинтересован Шарлот Хорнетс, но он что-то не хочет. Я, чтоб ты понимал, думал, там уже Джемейю ответить, я не знаю. Не-не-не, современный, он как бы, это легенда NBA, вы чё? Это один... Давайте так, все, мы сходим там до 1 балла, 2 баллов уменьшаем. Игрок, который забил больше всех в истории бросков сверху. Дуайт Ховард. Это Дуайт Ховард. Илюха, балл захвата. Я смотрел, что Алексей Лагунова. Так Ховард же был. Кто-то да, не, я говорил, но я просто объяснить не смог. А я не слышал, Ховард, ты говорил, да? Не, было. Да, я сказал, что это Дуайт Ховард. Так, сегодня я очень добр, поэтому 0,5 баллов мы отдаем. Не, давайте, не, да Илюху, типа... Вы почему решили, что вы баллами распоряжаетесь? Это я ведущий. А, кстати, ребят, не подскажешь, почему мы без ведущего играем? Ведущий? Что-то баллами тут разбрасываться. Все говорят, я ведущий, ты ведущий. А я вот требую провести расследование. Слева точно тайваньская купюра, а не китайская. Может, все-таки справа Андерсон, как эта женщина? А сейчас задушность минус полбалла полетит в лицо Сергея Хомякова. Нет, все. Сейчас погуглим, кто такая Андерсон. Идем дальше. Мы так зациклили, ребят, долго остались на этом вопросе. Двигаемся дальше. Баллы Люхе даем без всяких других... Руди Гобер. Так, почему? Французская крепость, лучше защищающийся защитник. Так, а кошка как относится к этому? А он просто котик. Кошка? Блин. Кошка, Лёх. Что кошка? Да, быстренько, на секунду вернусь, я подумал, что мы не объяснили. Кэт, Карл Энтони Таун, Руди Гобер. Мы не объяснили логику здесь. Красный плащ, Дуайт Ховард, Супермен,
Деньги, да. Манипол, да, участвовал. Все, обратно, я поменял. Кэт, Карл Энтони Таунс, Руди Габер вместе, дуэт вместе, Финисот, Звездный, Франция. Окей, логика есть, но игрока ты не угадал. Что, даже не Таунс? А, тогда это Энтони Эдвардс получается, если слева Кэт, там Габер, а это Энтони Эдвардс. Не, не может два раза Эдвардса быть. Не может, не может. Элюхе хочется 0-1 балл отдать за усмирение Сергея Хомякова, который думал, Энтони Эдвардс будет дважды. Василий, что видишь на экране? Крепости вижу. Крепости? Не знаю, может быть, это какой-нибудь француз Батюм, может быть. Так, почему француз? Потому что французский флаг на одной из башен. Да, да, да. Может, он там и сидит. Угу. Так, какое отношение имеет тогда вот то, что логика, то, что о чем Илюха говорил, тебе не понравилось? Я свой прайм на идею убил уже. Нет, ты хорош, ты хорош. Но будем честны, ты ничего гениального сделал. Был расчет на то, что ты должен знать это. И вы все остальные. Просто надо добить, докрутить было. А что, я был близок? Очень, очень, очень. Это Джейден МакДэниелс или что это? Кэт. Пока, пока. Объясняйте логику, если это Джейден МакДэниелс, объясни. Третий в этой башне бигменов, типа, ну, фронткорт Миннесоты, типа. Угу. Это нормальная идея, да. Прикольно, прикольно. Француз и Джейден. Только почему это башня, ну, честно, хрен. Ну, потому что они огромные, он тоже большой, ну, не знаю, ну, что. Вот вообще, как будто бы... Объясняй. То же самое, что сказал Серега. Да. И, Серег, ты все в яблочко попал, кроме того, что ты игрока не того назвал. Два балла, идем дальше. Илья Скороходов. Вася. Это мы видели. Вася, твой выход. Так, GTA. Это этот. Кольцо Альварадо. Объясняй. Ну, Эльдорадо, Grand Theft Auto. Да, хорош, хорош. Сидит. Хорош. Да, ну, блин, парень как дюрагу. Дюрагу снял, протер так экранчик, увидел, что произошло. Кстати, вы заметили, Вася два вопроса с GTA взял. Тогда с этим Карри сейчас здесь. Да, кстати, да, так получилось. Ну что, это последний. Это еще 2 балла для Васька, у него становится 5 баллов. Мы заканчиваем второй раунд, переходим к третьему раунду. Промежуточные результаты следующие. Илюха заработал у нас 7? 9. Да. 9 баллов. 9 баллов у Ильи Скороходова, у Сереги Хомякова... 5 осталось вроде. До сих пор, да. Балл мы тебе не даем пока. Ты вытащить можешь в третьем, все, тебя рейтинг. Никаких поблажек, мать твою. Борденовский, сколько у тебя? Ну, 6 вроде, если мне 1 балл там дали. А, я сантиметров спрашивал, ладно. 6 баллов у Барденова. Ну, там одинаково. Ответ не меняется. Василий Дмитриевич, 5. 5 у Василия, 6 у Дениса Барденова. По 5 у Васи и Сереги, 6 у Бардена, 9 у Ильи Скороходова. Так как Илья лидер, он на третьем раунде первого ответ не может отвечать, но может подсказывать другим. А что, на натуре? Да, такое правило я только что придумал. Вернее, я тогда еще придумал, я его решил продлить. Первая загадка третьего раунда. Елена Темникова. Алёха, вот ты расскажи третий раунд, он чем отличается концептуально? Тут просто, как бы тут просто больше как будто бы их нужно где-то история чуть это глубже. Смысл, да? Да, как будто бы вот, ну, надо, можно докрутить. Но все использовать, повторюсь, не обязательно. Чтобы вы поняли, угадать игрока можно не обязательно соединяя все указы. То есть не обязательно... Воу, я знаю, все я знаю. Давай. Это Адам Сильвер. Объясняй, почему? Ну, Сильвер, потому что это серебро Аргентум, а Адам — это вот история, нам не хватает только тут Адама, потому что есть Ева и есть злополучный змей, который надкусанное яблочко дал, так сказать. Слушай, ну этот человек заслужил... Ладно, промолчу, оставлю ролик в покое. Это грамотно. Чудовище, просто чудовище. Молодец, 3 балла, это просто идеально все расписал. Вась, ты все понял, что он сказал? Конечно. Красава. Хочется даже Васе балл закинуть за то, что он с лёд ответил. 3 балла, 3 балла Бардену, он сравнивается с Ильей, и у них по 9 сантиметров становится. Ой, по 9 баллов. Это чуть сложнее, на мой взгляд. Я не угадал, если вдруг вам интересно, когда мы с Усланом сидели, давили холодненькое, и я не угадал это ни за что. И он мне подсказывал очень долго и наводящими вопросами. Так, пятерка. Взрыв, крик. Пятерка как будто бы, ну,
не пятерка, короче. Подсказка. Ну, это... В лед, чтобы у меня есть, выделил. У меня есть предположение. Давай. Это Бол-Бол. Почему? Ну, вдруг это та история, кстати... что Бол-Бол слишком долго сидел в зеленой комнате, так очень долго, а вдруг Бол, потому что ребенок плачет, потому что ему не дают мячик поиграть, Бол, мячик. Я бы подумал, что это Альперен Сингюн, если бы, типа, по такой же логике, типа, только красный. Ну, у нас такое когда-то было уже. Мне нравится логика Сереги, но он чуть-чуть не сходится. Ты попытался... Цвет комнаты, например. Да-да-да, например, вот это уже не сходится. Ты пытался притянуть, попытался, попытка неплохая. Но это лучше, чем не ничего. Нужно вспомнить момент некий. Некий момент. То есть здесь на ваших экранах немножко загадан один эпизод из истории NBA. Он чертовски культовый, знаковый. Его все знают. Любитель вот NBA, который следит хотя бы лет 5, он знает. А, блин, я могу предположить, что это Джер Смит. Так, почему? Ну, потому что на переднем плане это Леброн Джеймс, который плачет от того, что Джар Смит не умеет считать время, которое осталось до атаки. Это хорошо, застранец. Ну, я так думал, это правильно, нет? Ну, нет, нет. А почему красная комната? Что это, как ты относишься вообще? Почему? Типа сбить с толку? Ну, ладно. Ну, нет, это хорошо, ты подтянул, да. То есть, получается, красная комната, это именно важно, да? Это красная. Ну, честно говоря, мне бы это никак не подсказало, и вот в разгадке есть важный момент, но кадр есть такой знаменитый, что там красная комната фигурирует, но, черт возьми, я это не вспомнил бы. Но сам эпизод довольно популярный, тут нужно посчитать раз, два, слушай, три. Меня... мне кажется, есть идея. Давай. Это, по-моему, не Джоэл Эмбиид, который плачет, идя в коридоре, Филадельфии, там финал, по-моему, был. Не помню, год какой, 19-й или когда. Самец! Ну-ка, а как, а как ты вот можешь добить, попробовать 1, 2, 3, 4? Ну, это же тот момент, когда он идет, плачет. Это гениальный того, вообще. Кавай забил. Руслан Ермаков гений, кстати, я только сейчас понял. Как можно... Кавай, когда бил трешку эту, сидел на картах. Фотка вот была. Да, я и говорю, ну это секунда, наверное, или как? Ну вот почти, вы все разжевали, кроме 1, 2, 3, 4, бам. Ну просто геймвиннер в седьмом матче, типа 4-3 выиграл в серию, ну что. А как 3-то, человек, к чему? В смысле, ну 4, значит, 4-я победа в серии. Понял, нет, чуть-чуть нет. Короче, давайте, мы угадали, не будем затягивать. Идя, Вася, боже мой, 3 балла твои, просто вот держи их. Гений. Да, красный коридор, Эмбиид плачет, расстроенный. На картах Кавай 1, 2, 3, 4. Это количество ударов подушки после его броска. И пятый провалился, и это был взрыв бомбы. Вась, ну честно говоря, вспомнить красный коридор для меня визуально было бы очень тяжело. Но у тебя получилось. Так что мое почтение, 3 балла твои. Руслан Ермаков. Вот так, предлагаю Василий Дмитриевич новые шорты НБА. А вы знаете, что вы... А вы знаете, сколько было ударов подушки. Тоже послышу ударов подушки. Да. Ну, вы знаете, ты можешь даже записать там, типа, а вы знаете, какие игроки еще на картах встречали свои геймвиннеры? И вот этот момент выиграешь из нашего видоса. Многие, может быть. Да, Вася, идем дальше. 8, да. Пока вы прекрасно справляетесь с загадками в третьем раунде, лучше, чем в первом. Дин Уэйд просто стоит в сторонке. Этот, что ли, как его? Пушка. А, ну ладно. 3-3. Переломанные все игроки в седьмом матче. Почему в седьмом матче? 3-3. Счет по серии. Ага. Ну да, кстати, тоже есть логика. Так, ну тут Грег Попович слева по-любому. Ты решил, что... Переломанные старики. А вот справа кто? А, Пушкин. У меня есть Ну я просто попробую. Давай. Вдруг вот это Пушкин, это типа Шей Гилджис-Александр, вообще этот игрок, то что большой обмен, там 3 в 3, пенсионеры на молодого, с бедолагами какими-то, с пиками там. Ну, так скажем, подскажу, наверное, на заход, это чуть более свежее событие, нежели обмен Шая. Так. Вот, но попытка неплохая, да. Чуть деда на травматика поменяли, получается. Ну да. Получается так. Ну, почти идеально. Почти идеально. Потому что
сказал. Ну, слушай, ну... Чё мы видим еще? Что-то, ну, что-то просто Крис Пол, что ли, или что это? Почему? Ну, та же самая суть, то, что Крис Пол старый, его обменяли на гребаного Джордана Пула. Окей. Ну, там, нет, ну, не прямо на Пула, там какой-то обмен, там, трехсторонний обмен, не знаю, что эти тройки здесь. Почему, правда, здесь Александр задействован, там, вроде Александр. Там же, ну, да, это, в принципе, известный Александр справа сидит. Ну, да. Ну, кто-кто? Кто третий в обмене? Пушкин, я не знаю, что, помню, что ли? Вот, ты как-то так. Неважно, неважно, кто в третьей был в обмене вообще абсолютно. То есть это как будто говоришь более свежий, но это не Крис Пол, да? То есть, а это не Крис Пол. Пенсионером... Это не Крис Пол. Здесь загадан не Крис Пол. Ну чё, чё еще видим? А что это вот за поломанный мальчик? Это больше акцент на нем должен быть? Ну, это здесь логика точно в этом есть. Блин, ну это Кристоф Парзингис тогда, или что это? С нами бум и мани вей, броуки. Не, Парзингис уже был сегодня, не может быть. Броуки. Крис Пол называли уже, да, сегодня? Крис Пол только что... Да, вот Крис Пол и... Вася тебя замьютил, Серег, просто поэтому он сейчас уточняет. Или ты имеешь в виду, называли ли прежде, Вася? Ну, называли, да, прежде? Не-не-не, я попробовал. Нет. Логика потрясающая, Серега. Но да что-то не хватает. Я все вокруг да около, блядь. Ты даже не представляешь. Это абсолютно идентичная история, как с МакДэниелсом. Да что ж ты будешь делать-то? Давай тогда Бардан сидит и пытается это. Ну, погоди. Я не понимаю. Вот эта сама картинка, она скрывает, допустим, какой-то большой обмен между собой. Ну, нужно одну из личностей угадать, да? Это Дэмиан Лиллард. Ладно, короче, 10 секунд давайте. Все, что, в принципе, я подскажу, этот игрок звучал. Что это, я не зачитал нам его? Как, ну, тогда как? Джордан Пул это будет. Да, Серег, ты молодец, добил наконец-то. Я просто добью, это просто та же самая суть, только получается в другую сторону. Ну, просто Пушкин больше указывает, то есть тут можно угадать и того по левой части картинки, да, это Крис Лабет, Крис А Пушкин просто потому, что бакенбарды у Пушкина такие же, как у Джордана Пула. Все, вся логика. А так в целом тройки. Я правда не понял, почему ты тройки. Кстати, это нормально, Серега теперь догнал нас всех. У нас 8-8-9-9. Давай идем дальше. Догнал. А тройки, я правда не понял, почему ты не понял логику с тройками. Они оба третьи номера. Джордан Пул. Это все просто, да? Идем дальше. Это очень хорошо. Это прям мой любимый вопрос. Пожалуй, вот этот. Р 0310. Что-то это значит. Это с Васиного айфона. Кстати, секундомер. Я думаю, что это Ван Влит, Фредди Ван Влит должен быть. Почему? Если это все такая глубокая отсылка к Айнбашному конкурсу трехочковых. Когда комментировал Вася, что с лицом, нет? Ну а 3-10, ты что это, о чем говорит вообще? В целом я понимаю, что ты не знал конкурс трехочковых. 3 трешки, блядь, за 10 секунд, я не знаю, что он там... 3 из 10 он дал на эту конкурсе. Нет, я понимаю, соблазн притянуть это все. Это как вот с зеленой комнатой бол-бола и все такое. Нет, Серег. Шатаут. Я думаю, что Руслан сюда запрятал именно какую-то такую. Он шарит за все такие свои штуки. Я думаю, что он мог сюда запрятать что-то такое. Не, ну понятно, есть вероятность, что он засунет такую отсылку сюда, но это чуть-чуть это не имеет отношения к НБА. Это имеет просто отношение к НБА и к одному событию, как вы понимаете. А это вспомнят не все. Возможно, вообще никто из вас этого не вспомнит, но и когда я озвучу, вы скажете. Серега точно скажет. Трейси Макгреди. Это... Что-то как-то Серега вообще сбунтовался. На победу играет парень. Да. Я вот Вася просто ждет третьего. Ребята, вот там здесь Рекс Хоккей через чат комментировать, поэтому он вообще в тильте полностью записывает. Давайте. Это Стив Кер. Мы правильно видим, да? Да. Да, все правильно. Ура. Так, мы определили. Стив Кер. Я думаю, это что-то триггерное к серии Оклахома и Голден Стейт относится, да? Ну чё, Стив Кер, чё он делает? Он бросает трёшку. Так, Марденов, блин, готов к сезону точно комментированию. Все привет, дорогие друзья. С вами Марден. Сегодня мы комментируем, как Стив Кер бросает трёшку. Господи, он так это соблазнительно всё рассказывает. Как будто бы на эфире одни девчонки. Ну чё он делает? Вот эти 3-10, что это может значить?
Это тайминг, правильно? Ну, это тайминг, да. Так, о чем это может тайминг говорить? Сколько осталось? 3, 10 это что? 3 это что? 10 это что? Это... 3 секунды, 10, да. 10. Да. Так, это очень большой или долгий тайминг? Нормально. Долгий. Виктор Гейр говорил, что на бросок хватит. Да, чертовски верно, да, чертовски верно. Но для кого, смотря для чего это долгий и короткий тайминг, если вы понимаете, о чем я. А вы понимаете, о чем я. Это дело о броске идет речь. Так что? Тайминг 3-10. Это что? Это Дэмиан Лиллард. Не, хороший, это не может быть пробивной Лиллард в таком типе раунде. Ну да, нет, это странно будет. Ну 3-10, то есть мало времени остается. Я думал, это 3-10 основалось, когда он в лицо Пола Джорджа. Нет, это не... Давайте с другой стороны. Не остается, а с обратной стороны. Короче, я думаю, что это дата. Вот. Нет, это время. Но ты можешь думать, что это дата. С обратной стороны. Ну, то есть не остается, а дается. Ну, как будто бы, да, чуть-чуть не такая формулировка, но в целом прошло. Прошло 3-10. Угу, и произошло что-то. Произошло то, что... А почему? Не он ли установил рекорд у нас по трехочковому броску в самом начале матча? Не та логика? Не, серьезно. Извините за звуки животного. Извините, просто Вася слишком хорош. Ну, это тот момент. Вася, the man, Василий. Это 3 балла вам прямо в кастрюльку падают и варятся. А вон назвал... Это Бадди, мать его, Хилл. Вась, объясни еще раз для аудитории. Что за Лёх, рекорд? Шарца не разобраться, я не знаю, как я должен был знать это. Смотри, он говорит, обратное время, бросок с трёшки. Рекорд трёхочковый Бадди Хилл установил NBA в прошлом сезоне. Не помню, в каком матче. Стартовое вбрасывание, он получает мяч и за 3 секунды пуляет трёшку. Да, 3 секунды, 3 секунды, 10 сотых буквально понадобилось, чтобы с начала матча, чтобы забить первый трёшковый бросок. Это нужно... Да, шорт. Но это должен Вася. Был только Вася брать. Вася, где шорт? Вася, если ты не запишешь шорт, кстати, я 3 балла не засчитаю. Идем дальше. Вася выходит в лидеры. Собственно говоря, как и в нашем проекте, в иерархии комментаторов All About NBA. Идем дальше, остается не так много ответов у нас, вопросов. Это 5-й вопрос, остается еще... Все в 5-м раунде. Все так же по 10, идем. Тогда много чего-то, Маш, так. У меня сразу вопрос. Имеет ли отношение, как зовут этого актера? Думаю, нет. Это заставки фильма. Да. Просто я не помню, как он называется. Не думал, что скажу. Это сериал. Да? Нет, ну, это фильм. Это фильм про основателя Макдональдса. Основатель называется. Рональд Макдональд. Ну пусть будет, Лех, я не знаю, может попробовать. Хотя, давай. Ладно, так, попытки ради. Вдруг это будет Стив Балмер. Ну, потому что он основатель, как владелец Клиперс, но так переживает все время эмоционально за все, что происходит возле паркет. Ага. Тут сердце хватается. Но тут у Сереги, вот вообще я уже привык к тому, что Серега первое всегда что-нибудь находит, пытается раскрутить и притягивает. Но попытка всегда хорошая, но это нет, Серега. Блин, ну пытается основатель уже перекрутить. Кстати, типа, это нормально было, ладно, так и быть, Серега. Балмер реально все время такой. Илюха пытается уже там одобрить там. Да, Серег, честно. Да. Это лучше, чем то, что сейчас озвучил Барденов. То есть ничего. Нет, так я пытаюсь понять, нам нужно знание человека, который основал Макдональдс или нет. А вы все, что нужно вам знать, вы, по-моему, озвучили уже. Это просто нужно объединить грамотно. Практически все вы озвучили. То есть я озвучил, да? Да. Только ты баллы не нарубил с этого. Сейчас кто-то застилит, да? Ну нет, ты немножко не в ту сторону ушел вообще. Да. Блин, вообще жестко. Основатель. Да. Я знаю, это Джерри Басс. Это Джерри Басс, потому что он же доктор Басс. И здесь таблетки, он доктор, он тоже основатель Лейкерс. Ну как, не с основателем, он владелец Лейкерс был. Ну доктор, блядь, что ты меня смотришь на таблетки? Но если бы это был бы доктор, показали бы доктора. Если бы это был руководитель, он основатель или кто? То есть слово основатель. Слово основатель здесь не просто так. Было бы владелец, было бы по-другому изображено, потому что слишком много притягивать приходится. Что такое? А кто основатель-то вообще? Вы вообще сколько их основателей знаете? Хуй с основателя, вообще не понимаю, что такое основатель. Ну вот, как бы странно, да? Нет же. Все, ну, комиссионеры есть там.
Ну вот, я типа про то же, просто нет такой должности основатель, словно кого-то, которых я знаю. Ну тогда, значит, надо думать в другом направлении. Ладно, тогда пусть это будет Крис Пол, который основал... профсоюз? Этот, как его, и был президентом профсоюза. Имел вряд ли он его основал. Я... О, давай, это гениально, давай. Боже мой. Давай. Основатель All About NBA Антон Кузьмичок. И он мне рассказывал в прошлом году историю, что у него доктор. Жестко болело сердце, и он по образованию еще и врач к тому же. Потрясающая логика. Я бы дал баллы, если бы это был правильный ответ. Но да логика вот не хорошая. Как это мега круто же. Слева внизу, кстати, Антох смотрит наши трансляции и видит техническую паузу. Не-не-не-не-не, это он, когда смотрит. Ну ладно, ладно, это будет легальная версия. Ай, блин. Потрясающий Люк, честно. Вот хорошо. Я бы, честно, я бы был зрителем, я подумал, что правильные ответы не придумать. Но блин, есть правильный круто. Ответ. Потому что здесь кое-что не, ну, кое-что притянуто. Тобой, колеса. Тобой. Колеса. 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 И вот колеса. Изображено в левом углу, в левой стороне у вас вот есть как бы подсказка колеса, и то, что слева изображено, нужно как-то объединить. Чего показано-то? Что делает человек слева? Два человека. Они переживают. Ну, а сверху? Сердце. Ну, волнуется, что? Ну, сердце. Харт. Джош Харт? Давайте, короче, 10 секунд. Я даю подсказку еще последнюю, и вы уже не угадываете, мы идем дальше. Но это будет как бы, как будто бы так подойти близко и не добить. Это просто... Ладно, пусть действительно, а вдруг я придумал, ладно. Если это может быть Иисус, Айзая, Айзея, Харт, Хартенштайн. Не-не-не. Да, откатились. Ну, основатель земли Иисус Айзея. Основатель земли. Харт. Знакомьтесь, друзья, основатель земли Иисус. Так вот эту франшизу. Офигеть. Блин, а кто еще основатель? То есть это прямо из мира НБА основатель? Все, ладно, все, мы заканчиваем. Я даю подсказку, и мы срезаем до 1 балла. Здесь важно... Пилюли, таблетки, колеса, как называл, сказал Василий. Важно то часть, тот орган, о который я озвучивал. И это нужно объединить. И первое, что приходит в голову. Просто слово. Это даже не в мире НБА. Просто то есть слово. Таблетки и сердце, Миша? Да. Таблетки и сердце. Только что про Харта говорили. Ну, ты просто перевел слово сердце. Охренеть, Серега. Обоссаться просто. Не, ну... Просто Харт, опять синоним сердце назвал? Харт. Харт. Зачем вам харт? Зачем вам харт? Таблетки нам нужны. У вас таблетки и сердце. Первое слово. Раз. Драк. Два. Пилс. Ладно, вам будет стрёмно сейчас, когда я озвучу. Лав, сердце, Кевин. Всё, газуй. Все, газуй. Короче, газуй. Вам будет стыдно. Илюха, я тебе даю. Даю 2 балла с этого. Третий не даю, просто потому что ты не добил в нужную сторону и свернул в последний момент не там. Фильм «Основатель», таблетки, сердце. Самые популярные лекарства от сердца, в первую очередь, капли, которые приходят вам в голову. Валидол. Нафтизин. Нафтизин от сердца. Валокардин. Карвалол. Карвалол. Володя Карвалол. Володя Карвалол, основатель All About NBA. Должно быть стыдно. Вы все исключаетесь. Друзья, я ухожу, извиняюсь. Вот, вы исключены. Всем пока. С этого дня я ухожу на Wild Sport. Всем счастливо. Вы исключены из состава комментаторов на 16 минут. Илюха искал основания просто уйти угли поменять, я уверен. Ну, согласись, стрёмно, что вы не добили. Именно не добили. Потому что Илюха... Ты как-то не намекнул, что это к Антону очень близко именно вот так. Что? Не намекнул? Не намекнул? Я... Серьезно? Да. Не намекнул? Да, я сказал, это было хорошо. Очень близко. Ну, ладно, было... работаем. Алексей, у вас половина часа до трансляции. Подожди, Карвалола тоже сердечко. И работаем. 2 балла Илюхе, сколько у тебя становится Илья? 11 баллов. 11, как и у Васи. 11 у Васи и вы и Илюхе. Так, это сантиметр... матрица. Растем. Ты не намекнул. Это двоичный код? Так, это да. Матрица. Прикольно. Это матрица, это двоичный код. Это почти бан. Действительно. Кстати говоря. Да, это так, почти а мне бан. Нужны, а мне вопрос, а мне нужны мои навыки программиста здесь, в этих твоих? Могут помочь. То есть я понимаю, что слева за цифры, что справа за цифры в нашем счислении десятичном, да? Серег, я не программист, я знаю даже, что это значит, так что не надо.
Если ну, ты сможешь... Все знают, да? Значит, а, ну, ты сможешь, есть... а ты сможешь перевести? Что за... если это двоичный код, что здесь написано? Ты сможешь перевести? При всех надо это объяснить или при себе пока можно оставить? Нет, при всех, конечно. Пока себе оставить, нет. Потому что это может... Я так скажу. То, что здесь может быть загадано, оно может не подсказать тебе угадывание игрока. Это же Румба, интересно, да? Мне, честно, Руслан плакать хочет, когда такую картинку вижу. Ты где нашел-то, блядь? Это Румба. Это игрок такой из Бостона? Что? Известный игрок. Бруно Фернандумба. Брумба Фернандес. У меня есть любимый другой игрок. У него тоже крутая фамилия, я уже забыл. Ничего, у него там все эти игроножные напряжения вообще. Я так по-дурацки хочу привязать это, если честно, не представляю. А, Алексей, у меня вопрос. А вот у нее икроножные вкачаны, это как-то относится к Рэю Алену, у которого были мощные икроножные? Я бы, если бы я загадывал, поверь, было бы, ну, имело бы отношение, просто чтобы вас зашеймить в очередной раз. Блин. Что ты говорил, Бардан, говори. Я говорю так, по-дурацки хочу это привязать, сказав, что это Кевин Дюрант. Да, лучше не раскручивай, это не Кевин Дюрант. Ладно, хорошо. Это можно минус 0.5, кстати, даже не объяснил, интересно. Так. Серег, ты больше сегодня на минусы наговорился, честно, чем Бардан. Я контент создаю, мне ладно, он балл. Он покладистый, согласен. Мне Антон дал задачу, чтобы я просто делал контент. Пусть и в минус. Я думаю, ты и без его совета бы это делал, так что... Вайс, нужна помощь, нужна помощь. Мы мало внимания пулям уделяем, мне кажется. Пули? Ну, как будто бы вы уже озвучили, складывая все эффекты, озвучили кое-что из того, что здесь изображено. Что мы видим вообще? Румба в пулях. Почему румба? Господи, оставьте в покое. Стреляем. Господи, этот амбассадор российского рэпа нас не оставит в покое. Что мы видим? Что мы видим, Вась, пули, что говорят нам о том, что делает девушка? Стрелы бахнули в сердце, да, Вась? Уворачивается. Так, уворачивается. Вы можете не петь, пожалуйста, мы угадываем. Я понимаю, вы вообще не торопитесь, да, играть? Да слушай, у меня матч через 4 часа, даже через 5, а у тебя через 2, поэтому я не тороплюсь в целом. А у меня через час... А у меня девушка не может... Лёх, давай на водочку, что-то как запутаем. Вы все озвучили. Вы все озвучили. Нет, это не Джамаран. А почему Джамаран? Ну, стреляют тут. Стреляем, пуля. Да действительно, как я что-то сразу не подумал. Ага, ладно. А кто чего уворачивается? Почему мы озвучили еще? Это что? Вот что делают? Уворачивается. Вы сказали, двоичный код, матрица. Все идеально. Что можно добить? Нео, это Нео. Да, Нео. Как, Neo. Что, кого? Нео. Как это действие вот в целом выглядит? Какое? Уклонение? Ага. Миссы. Так, миссы. Че уклонение? А че я там сказал? Уклонение? Ну да, то есть такой как бы эффект. Эффект? А, ё-моё, это этот, как его, блядь, извини за мат, Кайл Андерсон? Объясняй. Ну, типа слоумо. Ага, да, это правильный ответ. На самом деле, на 3 балла вообще вопрос, честно говоря, уже после подсказок, кажется, но ну, надо было докрутить, конечно. Хотя бы 2 накиньте. Двоичный код. Если вдруг кто-то может прочитать, типа, вроде Сереги в двоичном коде, что здесь написано? Кайл, привет. Сейчас меня потом проверит, стойте. Погоди-ка, ну я не понял, это что? Подожди, да я Кайлу передам сердечко тоже. Кайл, тебе а какой, погоди, что-то я не понял, Кайл Андерсон? Да, а ну-ка, объясни-ка, Дэн. А, нет, пусть он объяснит, то есть, когда в этом нет, же есть задача. Так я объяснил, так это он объяснил. Под привязку, что это типа слоумо, то есть эффект слоумо, а слоумо у нас самый медленный кто? Игрок в NBA. Что, он такой медленный? Ну да, все его броски, движения, все вот эти его. Дэн Барден ну, там... входит вперед, у него 12, давайте идти дальше. Нет, что-то я не понял, а с двоичным кодом, Лех, как к Кайлу относится? С двоичным кодом логика, потому что двоичный код это к матрице имеет отношение, и уворачивается от пули, это слоумо. Не, я просто в какой-то момент вообще не в ту сторону гадать. Смотрите, я расшифровал первую, это JB, а второе... Сейчас Илья расшифрует. Сейчас будет гипер. Подожди, a few moments later. А что там есть посередине между ними? А между ними, а как это как-то считается, Серег? Нет, это просто больше. Лех, ты знаешь. JB больше PG. Да. Джейлен Браун лучше любого. Джейлен Браун лучше Пола Джорджа. Джейлен Браун. Почему? Джимми Батлер. Джимми Батлер. Джейлен Браун.
Почему? А, Джейлен Браун. А почему Джейлен Браун? Ну, блин, потому что Илья это говорит. Чё, чё с дурацким? Ну да, вопрос. Действительно. И Джимми Батлер лучше, чем Пол Джордж, потому что... Я, кстати, не шучу, я реально ввел код, и там написано JB, ну, больше PG. А почему JB Джейлен Браун-то? А кто еще? А почему не Джимми Батлер? Классическая для нашего сообщества история. В натуре. Блин, хорош, Руслан, ты умен. Вот давай, это дай. Было. Я бы Илюхе дал балл, если бы он не тыкал там по клаве и не спалился, что он просчитывает в интернете. А что, мы уже ответили, какая разница, я ж просто едем, ради фана. Едем дальше, сейчас будет сенсация, друзья. Три балла мы добавили Бардену, он вырвался в лидер. Хук. Серег, только не говори Скайхук, только не говори Скайхук. Хук, что? Огайо Стейт. Хук. Ну, а еще, мне кажется, похоже это... на Дреймона Грина. На... Не, он не в Огайо был. Здесь история, да, вы правы. Здесь история, я так. Давайте. Минутку. Это не игрок, это история? Ну, нет, игрок. Это история. Это история про игрока, здесь зашифровано в том числе. Ну и, конечно, не только история. То есть, вы поймете. Понятно, в принципе, где история, где что-то еще. А может быть, это Джабари Смит-младший? Почему? Тогда старше, это уже бабушка. Ну, наоборот, младше, я думал, может, как-то относится. Ну, ладно. Если нет, то нет. Я просто хотел потом историю рассказать. Если нет, то тогда просто, не буду. Просто потому, что форма похожа на Хьюстон, что как-то потянул. Нет, я думал, это относится как-то с тем, что Леброн играл с его отцом и сыном. И думал рассказать здесь что-то. Прикольно. Обычно, круто. Хотел притянуть, как обычно, если бы это хоть как-то относилось. Да. Но ты вспоминаешь хотя бы историю, когда я подсказал, что это история. Ты начал притягивать историю. Да, молодец. Это примерно аналогичного масштаба как бы история, но она не на баскетбольном корте, эта история произошла, подсказка. Погоди, вот это что? Это не Кеньон Мартин-младший? Нет, не он. Это на фото не он. Это вообще не важно даже, что за игрок, абсолютно. Важно немножко другое. И как будто бы понятно. Да? Наверное, штат? Да, частично. Тоже, да, соответственно. Частично. Огайо, да, откуда Леброн с Карри родом. Как будто бы даже не штат, а вот больше... Что-то ну это? Что, это относится история, то, что Леброн и Карри родились в одном роддоме? Ну как это вообще-то? Вот, ты опять притягивать начинаешь, но не подходит же сильно. Я сказал просто история, теперь это как-то вот село в голову, что мы не игрока, а гадаем, а историю, я не понимаю. Блин, я бы... Я не... А, не на баскетбольном, мне все тогда отменяется. Я хотел приплести Айзея Стюарт, который чуть... Лейкерс, да, не раз. Вы не выбрасываете все другие истории. Я понимаю, что, ну, предполагаете, то есть бабку сложно. Ладно, эта история, ну, свежая, да, какая-то? Не думаю, нет. Я больше скажу, игрок в лиге уже не играет давненько. Ё-моё. Ну все, давайте тогда не будем угадывать. Давайте. Так, может, если это олдскул, может, Вася знает? Не, это я бы не сказал, что это олдскул. Ну, это Грег Оден. Я говорю, Грег Оден, может быть, он играл за Огайо Стейт, и он потом пришел в лигу, его сломали, ну, он сломался сразу, и вот бабулька смотрит, охеревает. А к нему недавно бабулька подошла, сказала, что Грег Оден, ну, я тебе, ты, это, ну, вы видели это видео, да? Так, вариант вообще. Ты серьезно, что ли? Это да, это правильный ответ. Вась, ты гений, ты какой-то... Мы радуемся... Ты угораешь или что? Мы радуемся, как за своего сына. Нет, Вась, кроме шуток, ты попал в яблочко случайно. Ты только с бабкой не добил. Серега тебе помог. Но я думаю, Серега здесь уже просто за общее дело. На самом деле... Я историю про бабку не знал. Расскажите мне. Бабулька подходит к Грегу Одуну на улице, говорит: «О, парень, ты бы классно играл в баскетбол». Он такой, типа, с наушники снял. Такой... Ну... А потом, ну реально, вот его недавно. Нет, а потом, ну добить надо историю, потому что типа она сказала, но я бы тебя уделала. Она там говорит ему. В это профил его специально скрыли. И он такой, ага, такой миленько улыбнулся. Я считаю, что бабулька это не прям не обидно. Не, ну красиво. Не, Вась, это все 3 балла тебе 100% идут. Серега, конечно, красавец, что добил, но в целом Вася помнит эту историю, и мы тут уже как бы большую половину. А Вася, ты барабабку не видел? Ты как Грег Оден? Видел. Видел, он просто меня подвязал. Смотри, Огайо Стейт, он играл за Огайо Стейт. Да. Ты же сказал это все уже, все понятно. Да. Давай. То есть было бы странно, если бы он барабабку не видел, у него это просто. Опять для Васи, елки-палки, остановись. Это не коэффициент. Где ребусы с девушками? 25. Где Клакома хоть раз, Руслан? Что за хуйня? 50 фунтс! Это что такое? Ладно. Так, США, не он. 50 долларов. Не он. Или не он. 50 долларов. Тут может быть. Но это гениально с точки зрения общего ребуса. Вообще, в целом. Но...
Игрок, нужно вам вспомнить игрока. Вернее, игрок-то неизвестный, просто. Дэмиан Лиллард, который получает 50 миллионов в год теперь. Не, нет, знание платежки тебе сейчас никак не пригодится. Блин, ну тут деньги. Ну, то есть, нам тут просят назвать половину Джейсон доллара. Джейсон Тейтум, 51 очко. И фотография в баре, с которого нас выгнали. 51. Серьезно? Это серьезно? Хорошо. Это хорошо, но это не он. Да, половинка доллара, но не 50 центов. Что это может быть? Половинка доллара, но не 50 центов. Полбакса. Вася, дай им еще, пожалуйста, секунд 30, потом можешь озвучить правильно. Вася, у кого-то трек 50 долларов есть там, я не знаю. Знание репертуара Кёртиса Джексона не обязательно здесь. Так. Смотрите, если не 50 центов с него, значит просто 50 оттуда берем. Значит, с правой стороны берем, значит, что? Блин, кстати, так забавно. Не, давайте я предположу, это Янис. Почему? Ну, типа, он половина Милуоки. А почему Милуоки? Ну, баксы же. Боже! Выпуск гениальный практически. Мне кажется, можно из этих ответов новый выпуск соорудить. Это хорошо, да. Я бы раздавал баллы, но я решил, что не буду путать, вы гении. Тут можно на гениальности вылезти и выиграть игру не за счет правильных ответов, а за счет просто привлекательных ответов. Так что я не даю баллы за это, но это очень хорошо. 50. Полбакс. Ну, что мы видим? Мы, по сути, видим с левой и с правой стороны одно и то же, да? Ну, то есть... Да, то есть половину доллара и 50 центов. Да, но как будто бы мы вот что-то можем какую-то фигуру сюда подтянуть, которая, в принципе, здесь есть, но... Почему-то вы решили это игнорировать пока. 51. United State. Если вы знаете то, что изображено еще на... Ну, тут есть, помимо как бы 50 Cent, есть еще один человечек. Ну, справа, да. Франк... А, кто, Франк? А, не Франклин на сотке, да? Линкольн? Кто? Линкольн. Это не Линкольн. Это Вашингтон. Вашингтон. Нет. Да, это... Да, это Вашингтон, да. Это Вашингтон, да. Вашингтон. Ну что, это Джордан... Нет, Джордан Пул уже был. Да был уже. Это действующий игрок, Лёх? Да. И Джей Вашингтон. Что, так просто? Это вообще так просто. Можете даже вот убрать левую половинку картинки, вот просто влево, и вот просто будет изображен... А Дэн назвал, ты слышал только что, нет? Что он сказал? Не, Пиджи Вашингтон, нет же, да? Нет. Тут ты Вашингтон. Реально же он. Он показывает, ты. Не он. Вашингтон. Он бы сам не ты, по-моему, подходит, ты Вашингтон. Короче, не Тай-Тай, да? Ну а почему изображено наполовину тогда, скажите мне? Пол Вашингтона, Брэдли Билл. Ну теперь ты уже не актуалочек. Но попытка нормальная. Почему половина? Почему половина? Потому что он инвалид. Как вы добейте? Вот Вась, тебя как... Вот смотри, давай, ладно. Есть Сергей, а есть Сергей Хомяков. Вот вы озвучиваете только мне Хомяков. Что мы еще упускаем? Я же говорю, Тай-Тай ваш. Кто еще? Да нет, ты уже... То есть нам нужно что-то к Вашингтону еще подставить? Нет. Да. Ну это Вашингтон, ну как его зовут-то? Скажи еще раз, Пиджей, может, сработает третий раз. Вот, я, короче, Пиджей Вашингтон. Мы же сказали уже это. Блин. Дуэйн Вашингтон есть. Так, ну допустим, вот я вспомнил его имя, и что теперь? Это игрок какой-то? И молчит, сука, смотри, хочет выиграть. Обожаю Серегу. Ну чё? Че ты? Говори, озвучивай. Давай, Серег. Это Пол Джордж, это половинка Джорджа Вашингтона. Да, молодец. Просто, да? Да, это Джордж Вашингтон, половина Джорджа. Так, Серега все равно пока не первый, он догнал меня. Теперь у нас по 11. У меня 14. У Вайс 14, у Дэна 12. Парни, вы растете, как вот подростки в пубертате. Сантиметры, баллы, вообще все растет. Сколько вопросов осталось, Лев? Идем дальше, осталось 2 вопроса, имейте в виду, 6 баллов разыгрывается. Погнали. Вот, я думаю, что мы сейчас предпоследний ответ, вопрос угадаем. И потом посмотрим, может, я 4 балла дам за последний ответ. Я оценю шансы победы Сереги. Это будет зависеть от этого. Фюрсбург, это немецкий, я учил в немецкой школе, но я вообще не помню уже его. А почему это немецкий, это может быть австрийский? Фюрсбург. Австрийский, может быть. Какой австрийский, дядя? Фюрсбург. Ну вот это
Справа. Гиены, гиены из Короля Льва, да, или откуда-то? Да, 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 да. Они шакалятся над тем, кто ранен. А у меня может... есть вариант, у меня есть вариант. Давай. Это... Я знаю, это... Это плей-офф 2011 года, когда травмировался Дерек Роуз, гиены из Майами Хит, Биг Трио против Дирка Новицки в финал пошли и проебали. А кто загадан? А кто загадан? Ну, Дерек Роуз. Нет, это не Дерек Роуз. Это, Леброн, это может быть Леброн Джеймс. Да не, почему? Не. Почему? Ну, три гиены из Майами. Ну, Лёх, ну ты хоть историю оцени красиво. Вроде. Не, нормально, нет. Просто ты не протянул все, что есть на картинке. Нет, ладно, я просто важно. Ошибся, по-моему, Роуз сломался в 12. Серёг, все, мы отпустили. Роуз сломался, это не важно. Серёг... Ну, смотри, Майами Хит, три гиены объединились в одной команде, получили с дюлей от немецкой машины. Единственный вариант только у меня, что надо игрока угадать, наверное. Это не Леброн, пусть будет, ладно. А вы почему-то ну... историю эту уже не отпускаете, да? Ладно. В общем, нам надо ее отпустить. Да, это уже другая история. Ты про Дерека Роуза сказал историю. Это другая уже история совсем. Нет, я именно не про историю с Роузом. Я про историю про гиен. С гиенами. Про гиен? Ну, это Бош, Уэйт и Леброн. Да, это уже не подлежит обсуждению, даже как будто Вася так выставил. Но это видно, одно лицо. Блин, ну смотри, тут же при чем-то этот и Новицкий, правильно? Ну, он дал с дюлей. Да не, Вася отстоит эту версию, пока он типа не примет ее. Лех, это игрок современный, он сейчас играет, да? Да. Ну, на самом деле, то, что справа, это сложно вспомнить. Это прям с ситуацией одной, прям с хайлайтом одним связано. Я бы не сказал, что он супер популярный хайлайт, на мой взгляд, но, возможно, вы его знаете. Ну, Вася как будто бы его знает, скорее всего. А слева это прям сильно. Отдельно, короче, отдельно. С левой части, с правой отдельно. Справа история. Эта ситуация, ты говоришь, вспомнить, она как бы более-менее старая, ну типа лет 5 там плюс. Ну да, вот того-то, плюс 5, в 5 лет она точно укладывается. Угу. Ой. Блин. Ну что-то как-то... Ну да, что-то сложновато, если честно. Вот с Розом неплохо было. Короче, слева, блин, слева это факт из его биографии. А справа это ситуация с хайлайтом. Который можно что, я знаю, что Дирк Новицкий был чемпионом Германии до того, как уехал, и что, в его географии? Дирк здесь не имеет. Ну, Дирк тут да. Как бы... Короче, стрелка, дом, Дирк, название населенного пункта. Вурсбург. Блин, название это должно нам как-то подсказывать, да? Может, Дэйн Шрёдер? Предполагалось, что да, задумывалось так. Название. Илья сказал Денис Шрёдер. Это не Денис Шрёдер, да? Это не Денис Шрёдер. Это не Денис Шрёдер. Давай. Блин, ну просто 30 секунд. Вот из таких знаковых моментов, когда кто-то ломал. Это Дэниел Тайс? Нет. Здесь нету ломался. Блин. Я вообще не понял, почему он ломался. Тут чувак колено держит. Он просто лежит. Не, ну он просто да, держится за колено. Как я тебя, я нет, я понял, что вы поняли. Я говорю, это не сломался человек. Ага. Ага. Чтобы ты понимал, я уже думал, дом это хаос, но, хаос. Блин, будучи честен, я вам советую слева. Сложно, правый хайлайт сложно. Давайте я вам сейчас скажу. Сейчас смотреть нечего тут. Я объясню логику. Я подскажу, потому что правда сложно. Это правда сложно. А справа, то, что вы видите, это ситуация. Один из хайлайтов. Понятно, из этих трех, я объясню, кто эти гиены. Может быть, вы вспомните хайлайт. Гиены не Майами Хит. Гиены, одна из гиен поучаствовал в хайлайте, вторые, две другие, они пост-хайлайтные, как скажем, герои эпизода. Ой, стой. Жду. Короче, есть, была... Давай. Ладно, мне кажется, это не то. Ну, короче, я помню историю с Йокичем и Моррисом, вот это вот, типа, когда братки там вступились. Я тебе больше скажу, Моррис к этому отношения имеет, точно, но это другая ситуация. А, это Маркус Моррис и... Ой, типа, Даллас Маверикс, когда Дончич толкнул, типа, вот это вот. Морриса, типа. Нет, не тот случай. Короче, давайте я продолжу, и мы на этом закончим, давай, потому давай. Что будет понятно. Кавай Ленард забил через одного игрока смачно. Угу. И подвох его тиммейты подлетели и начали очень сильно бравировать, так флексить, пижониться перед другим, как гиены буквально, прям на него буквально. И, ну, там скажем, орать так, типа, хайлайт мощно. На кого орать? Вот этот игрок и загадан. То есть, по сути, игрок, который в этой ситуации загадан, да, он слева, вот. А слева это
родной город Дирка Новицки Дюрцбург. Вейсбург. Как может будто бы уже Вюр... очень просто получается. Я уже даже ничего говорить больше не буду. Вюрцбург, ты сказал. Вюрцбург. Вюрцбург. Это вторая буква, это умлаут. Вюрцбург. Я же сказал, Вюрцбург. 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 Не-не-не, Вюрцбург, вы видите, это история то, что этот игрок тоже из Вюрцбурга. А, не знаю, Макс. А, ну этот игрок, ну блин, это. Ну это точно какой-то немец, блин. Почему? Да, ты слышал, что я, а ты слышал, что я Тайса называл, да? А, я понял, я вспомнил этот эпизод, кстати. Это Максик Либер. Почему? Он же из Вюрбурска. А, Из Вюрбурска. Короче, ты понял. В российский городок. Смотри, Кавай, ты говоришь, да? Как Витебск. Да. Забил сверху. Ага. Конфортация была, и, по-моему, он забил через как раз-таки него, через. Максик Либера, разве нет? И потом уже конфортация была, по-моему, так. Но там бы подлетел Пол Джордж и Маркус Моррис, и они начали как шакалы. Нет, просто суть в том, что это был он, да? Да, это Максик Либер, ты угадал. Да ну нафиг, это что, это плей-офф 21 года или что это? Я не помню, честно, ситуацию, где плей-офф, это было. Да, и ситуация, да, Кавай забил через Максик Либера. Скорее всего, да, это Либер упал, да. Город спас эту ситуацию. Город спас, но... Сосед из... Город у него рядом находится, Вюрцбург, блин. Дирк Новицкий родом из Вюрцбурга, и Максик Либер тоже из этого одноименного, из этого же города. И Вася тоже там, в Вюрцбург. И из Вюрцбурга, да, да. Ну, будем... до сих пор про это нет шорта на НБА. Будем честны. Вася говорит, он не знает, какие шорты писать, у него в голове там еще на 50 миллионов шортов. Ребята, угадайте, что это значит. Мы тоже играем, где логика. Я показываю, типа. А, тебе пора сваливать, да? Ну, пока, Илюх. Это Дэймбол. Короче, да-да-да, двигаемся дальше. Баллы мне нужно озвучить перед финальным раундом. У вас 17, он выиграл уже. А, нет, стой. Его может догнать только один человек. Сколько баллов? Денис Барденов. Сколько баллов? 17. И сколько баллов у других? У Дэна 12. Так. Так это 5 баллов. У меня и у Сереги 11. Следующий вопрос, следующий вопрос на 6,5 баллов. Давай. Опа. Хорош, хорош. Это не честно. Мы понимаем искренне, да что ладно, если это... Баллов, подожди, подожди. Дело не в этом. Дело в том, что мы прекрасно понимаем, что Василий как бы внештатно как бы вытащил самое количество сложных просто пронзительным образом вопросов. Поэтому мы прекрасно в уме понимаем, что это значит. Но следующий, последний вопрос пускай будет на 6,5 баллов, чтобы было типа win or go home, собственно говоря. Ну давай. Идем. Последний вопрос. Баллы будут на экране... как бы графически изображено, чтобы все понимали. Последний вопрос. Блин, новый сезон NBA на All About NBA. 5, 4, 3, 2, 1. Хип-хоп Лейла. Откуда они знают про наш новый интро? Это что, это Руслан что-то придумал? Лёх, давай так, а ты вообще понял, когда Руслан тебе это скинул сам? Я не сразу, он мне чуть подсказал, и я тут же моментально. То есть я этот момент слишком хорошо знаю, возможно, даже лучше, чем вы. Поэтому я, да, я догадался. Я не уверен, что вы вспомните. Это подсказки? Интересно. Это вам даже не подсказки, наверное, но правда, я просто это очень хорошо помню, и так получилось случайно, скорее всего. Но мне просто нравится вот сие. Сие мне очень нравится. Это Ланил, который танцевал с Дуайтом Ховардом на All-Star'е, конкурс вот этих танцев у них был. Чё еще раз? Ну все тогда. Я не услышал, я не услышал. Шакил, нет, это не Шакил. Когда с Ховардом, да. А, йо-йо-йо, я вспомнил. Все, я вспомнил, ё-моё. Это уже названный ранее Дерек Роуз. Объясняю почему. Серег, спасибо за подсказку. Когда было представление команд... Все выходили и флексили, и единственный Дерек Роуз, который с таким каменным лицом, как Шварценеггер, стоял и кайфовал. Да. Все вспомнили эту историю? В 2011 году. Или ну, что могу сказать? Борденю, спасибо, что сэкономил немного времени и очень быстро Так, давайте, кстати, поздравим всех с новым сезоном NBA. Ага. Давайте. Да, можно. Мы те люди, которые будут смотреть, конечно, и уже. Так как нас здесь пятеро, каждый становится в позу такую, которая есть прямо сейчас на экране. Вася берет чур вторую, а я.
Я любую другую. Так, Серега, Барден, ты выбрал, пятую. Я не буду в камере в кадре, поэтому ты должен взять. Давай, сейчас. Мы игнорируем первую позу. Ты должен взять вторую, Барден. Так, стой, порядок какой Вебок? Порядок Вебок. Первый — Илья Скороходов, соответственно, пятый — Илья Скороходов, четвертый — Денис Барденов, третий — Василий Дмитриевич, и второй — Серега! Ногу в камеру. Просто улетел. Ну, что могу сказать? Красавцы. Продолжение будет в про Майнба. Красавцы, что? Да, давайте подытожим быстренько. Выиграл нас, как бы, номинально выиграл в этой игре, конечно, Денис Барденов, потому что он отгадал последний вопрос. Просто правила, раз были озвучены изначально, об этом не было речи. Соответственно, мы номинально понимаем, что Вася опередил всех с запасом, и последний раунд имел мало бы смысла, поэтому хотели придать немножко перчинки. С вами сегодня были, вышел «Где логика?». Я не знаю, правда, какой это, 18-й, 19-й выпуск уже. Надеюсь, это будет не последний выпуск, все равно есть, что-то есть в этом выпуске, особый шарм и для своячков и так далее. Тайминги, божественные просто тайминги этого шоу. С нами сегодня был Илья Скороходов, Дэн Барденов, Василий Дмитриевич, Серега Хомяков. Надеемся, что мы обязательно увидим в будущем также и восстановление на этих слотах Антона Кузьмичева и Егора Родионова, надеемся. Вот. И обязательно смотрите, пишите комментарии обязательно. Нам будет очень приятно. Перед этим важно сказать большое спасибо Руслану Ермакову за лучший пак, мне кажется, в истории «Где логики», слово. Да. Очень классный пак получился. Руслан, тебе отдельный. Я надеюсь, ты напишешь пару-тройку комментариев и это, оправдаешь некоторые объяснения, которые парни не поняли. Вот. Спасибо большое, Руслан. Спасибо большое ребятам. Мы заканчиваем это шоу. Победитель ясен. Ждем следующего выпуска. И подписывайтесь на канал All About NBA. Мы будем вам безумно признательны. Пока-пока. Смотрите новый сезон с нами. Всем пока. Помашите хоть ручкой дружно все в камеру. Все. И мы счастливы! Улыбаемся и машем.